У нас странная ситуация сейчас. Друзья, привет. Да. Привет. Друзья, в общем, мы в Твиче, если что. Пока. Только не знаю, как читать сообщение. Сейчас я попробую, друзья. И это не главная проблема. Ну, с остальными ничего не сделаешь, друзья. У нас YouTube нас сегодня подвел, если что. Угу. Нехороший. Вот, пожалуйста. Вот, да, пожалуйста. Вот вам. Все, переходим в Twitch и там. И там посмотрим сейчас все. А там посмотрим. Да, я не смогу нормально в Twitch смотреть сообщения. Чеширский кот. Чеширкот, если что, отвечай на все, ты все знаешь. Ну, вообще, если что. Пока вас не было, Алла победила. Да, друзья, мы, да, мы пока поиграем. По-быстренькому, в общем, мы запустили в Twitch и в YouTube, но YouTube тормозит, поэтому пока только в Twitch, друзья. Если вдруг заработает на YouTube, будет здорово. Если нет, тогда пересядем, тогда потом видео сохраним и закинем в YouTube в офлайн, типа того. Ну, в смысле, не лайв. Запись. Ну все, друзья, сейчас я быстро посмотрю, показывают ли нас хотя бы на Твиче-то хоть. О! Чё там, чё там? Два человека. На Твиче? А, ой. Как ты поняла? Интуиция. Что на Твиче два человека? На Твиче показывают. Один, второй. Да, на Твиче показывают, ребят. Да. Пусть на кладбище ничего не все. Да, все. Да, друзья, извините, что пересели, в общем, в Твич. Все, начинаем. Если вдруг на Ютубе заработает, я не знаю, ну, будет круто. Враги сожгли родную хату, короче. Родной Ютуб сожгли враги. Друзья. Ты выбрал себе. Да, у меня тут сейчас... Ты себе знаешь? Да, друзья, переходим на вторую камеру. А так надо было выбирать? Чувак. Ну да, там сидит 4 карты для него. Да, ну, да. А я сначала одно посмотрю? Ну, идиот, ничего, извините. Так, смотрим. Занимая глупыми шутками паузу. Разряжаешь обстановку? Наоборот, накаляю ее. Накаляешь? Да, они там уже думают, кто позвал этого идиота. Угу. Да. Не игра закончена, да? В Твиче. Все, взял. Да. Ну, там Алла. Вторую замешали. Значит, один раз Алла уже выиграл. Все наши карты. Да. Кстати, да? Друзья, это карты флееров, которые не... Ну, короче, которые мы все потянули. Их должно быть 8. 7. Кто-то одну заснул, да, в колду? Все было хорошо. Кто-то одну заснул в колду, я думаю, так. Ну, все было хорошо. Почему у тебя осталось 2? Какую ты отложил, ты помнишь? Ручки-то вот они. Это убрал, друзья. Да. Ну что? Где? Да, друзья, если что, это, если что, у нас как бы все странно, но это, если что, Board Game Community, и мы играем в игру, которая называется Cosmic Encounter. С нами Олежек сегодня. Олежа. Олежа с нами сегодня. Всем привет. Всем привет, друзья. Ну все, погнали. Значит, быстро расстановочку, друзья. Секундочку. Что, расстановочка? Да. Быстрая расстановочка. Значит, это мы разложили. Ой, чай зеленый. Угу. Поставили корабли. Колоду Destiny. Я что-то мешал, нет? Кто не помнит вообще? По-моему, да. Когда? Сегодня? Хочется замешать ее нормально хоть раз. О. А, нормально. Нет, со звуком все окей. Вранье. Ну это значит, проблема с вашей стороны. Сходите к Оталарингу. 12:34. Пошел в задницу. Что? Пошел в задницу. 28. Так, значит. Да, замешал колоду судьбы. Нормально? Это какой-то таро, слышь. Значит, выбрали эллинов, взяли. Флееры сделали. Каждый получает по 8 cards. Погнали. Алочка, 8 у меня. Тебе. Давайте по 4, вот так, чтобы не было потом вопросов. А они будут все равно. Они будут. А, минуточку, а что это значит? А что ты подсыпали? А что ты подсыпали мне в мой бокал, да? В бокальчик. Так, все. Это вино, оно отравлено.
Ну что, друзья, начинаем. Не переворачиваем свою силу, пока не будет смысл ее сыграть. Сейчас мы еще начнем выбирать первого игрока, да? Сейчас все посмотрим. Да, все понятно. Да, кто хочет быть первым? Есть какие-то желающие? Давайте я вот так сделаю. Желтый начинает. И выигрывают. Давай. Мат в три хода. Это неизвестно, когда я еще сыграю вообще в эту игру. Давай, Аллочка. Потащите карточку, чтобы ты даже не думала. Угу. Угу. Погнали. Я готов, если что. Всегда готов. А когда у нас артефакты играют? В определенную фазу, которая описана в самом артефакте внизу. И опять же, там будет написано offense или defense. Да, да. Да, это звонила я. А помните просто, а если нет карт encounter, то... То в начале своего хода сбрасываешь их все, берешь 8 новых. Вот у тебя хорошая рука, если что. Это так, для отвода подозрений. История про тупые шуточки. Шуточки за 200. Тудум. Тудум. Все, друзья, готов, Алла, начинаем. Погнали. Друзья, извините, что такая ситуация сегодня с Ютубом. Может, нас уже там показывают при случае. А что это мы за Ютуб извиняемся? Не. Пускай Ютуб извиняется. Да. Google, мы тобой недовольны сегодня. Не очень. Друзья, в Твиче не очень активно буду смотреть сообщения, уж извините. А ты здесь Твич не можешь открыть на планшетике? А там, типа, надо... Кстати, да, вот там супер-мега-комментарий. Открывайте в Твиче видос, а комментируйте в YouTube. И мы видим в YouTube комментарии. Огонь! Вот сделайте все так, пожалуйста, друзья. Извините, что это такая ситуация. Чешир-код там опять? Да, Чешир там. Чешир, нет. Ты... Разруливай. Вообще, отлично. Внештатный сотрудник. А можно писать в YouTube, как бы чат все равно обновляется, когда пишете в YouTube. Да, чат виден. На нашей странице, вот по этой ссылке, сейчас я вам кину, друзья, секунду. Открываем? Можно... Подожди. Что? Можно всех посмотреть. Все так? Какие вопросы? Нет. Я думала, что может открыть какой-нибудь левый раз, чтобы порядок кода видеть. Ну там, что, берешь ту карту, атакуешь два раза и все, да? Берешь, открываешь карту? Если вы играете с картой, куда указано? Пошел, да, летишь. Поставил кораблики. Вот, друзья, я кинул ссылку. Кинул объявил ссылку. Альянсы. Сейчас мы, я думаю, что первые 2-3 хода мы будем привыкать к этому всему, так что все нормально. Ну что, ты готова? То есть первые 2-3 хода, а потом ход 4 уже все нормально. Зеленого? Все, давай, Деньку прям тыкай туда. Решаешь, какую планету, как тебе больше нравится? Самое больное место. Объявляешь, сколько кораблей атакует. До 4 ты можешь. А ты туда не можешь потянуть, у тебя здесь уже 4 и все. Все, 4, да. Ты атакуешь меня в этой системе. На этой планете. Я хочу понять, как мне видеть чат. А, зайди по ссылке стрима. По ссылке стрима зайди. Сейчас попробуем. Что, зелененько, да? Топим. Да. Топим зелененько. Топим зелененько. Трендель? А я могу отказаться от союзников, если... Конечно, ты можешь никого не звать. Ты прям что-то назвать. Да, давайте потихонечку, друзья, мы разруливаем с этой игрой. Извините, что так долго. Пошел чат. Вот зашел YouTube блогинг комьюнити, сейчас должно быть здесь видно, по идее. Home videos. Нашел? А где ты видишь его здесь? Так не, ссылка с контакта, то, что в посте в твоем висит на наш стрим. Ты думаешь, там будет видно? Да. У меня видно. Так это ссылка просто на наш канал, нет? На наш стрим. Сейчас, друзья, извините, секундочку, пока Алла думает, сейчас я быстро. Что там думать? Алла тебя уже победил. Ну, ничего да. Похожего. Тут непонятно ничего, какая ситуация. Сейчас все понятно. Угу. Жмак. Видал? Ага. Тут, кстати, это другая ссылка. Сейчас, друзья, да, секундочку. Возможно, другая ссылка сейчас. Артефакты мы сбрасываем, как-то?
Да. Уходит вроде все карты. А, да, артефакт ты когда сыграл, сбрасывал, да? Да, да. И подкрепление тоже уходит. Не, понятно. И красненькие уходят, атаки, да? Да, да. Все, все уходит, что ли? Ну, кроме вот этих. Кроме этих флоев. Кроме флоев, да. Но есть расы, которые могут сброшенные карты. Притягать у тебя? Ну, ты сбросил, а кто-то подобрал? Такой там плюс 8, да? Вот это хорошо, об этом помнишь? Ну, просто у меня был выбор. Не пальцы сегодня. Из этой расы. Добрый вечер. Но не факт, что я ее взял. Непонятно, конечно. Непонятно. А там, кстати, если флейвор карта есть какая-нибудь, то на ней же написано, какая раса, какая у нее была способность. Там уже бета все разрулили. Тут чат, там видос. Ну, это не важно. А у меня вот еще, вот если на моей планете, допустим, я сейчас удачно засижу, у меня здесь будет три. Да, у нас, у нас самое лучшее комьюнити в мире вообще. Спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Выбиваются они все одновременно, то есть смысла тремя вообще нет. Есть что один, что три выбьются за один аккаунт. Ты просто этот одним кораблем вряд ли обсуждение. Фаза обсуждения пошла? Фаза обсуждения. Да, то есть это новое придуманное. Но потом я захватить. Ты потом отсюда можешь распределить эти корабли по своим планетам. Но выбивать тебе без разницы, что один, что три корабля. Не-не, она залетает сюда тремя. Потом. Только потом, когда будут атаковать новую, можно будет все забрать. Я понимаю, но ты те, что выбить, что один, что три моих корабля, без разницы. Нет, почему? Здесь не нужно. Мне же нужно очков больше. Здесь защита будет три. Конечно, конечно. А карты все, видишь, помнишь, я тебе говорю, что карты все между 0 и 15 плюс-минус. То есть 4 или 3, ну, но может, есть надо решить. Ничего бывает часто вообще. 40 есть. Ну, я... И не будем атаковать, да? Вот я должна не открываем черный ящик. Аллочка, ты должна сейчас позвать к себе в компанию ребят. Не должна. Ну, или не должна. История с May и Must. Вот тут May. Мы с вами, ребята. Елена, спасибо огромное. Извини, что так получилось. Спасибо, друзья, что вы с нами. Картинка картинка там, чат здесь. На все невзгоды. Звук из третьего места. Все, короче, у нас. Звук по радио. Настраивайтесь на FM. Я никого не зову. Никого не зовешь. Я не хочу, чтобы плюшки получали за меня. А сейчас Даня всех позовет. Олежек, поможешь мне? А чего Олежек? А, то есть ты мне сейчас пока не отвечаешь. Я говорю, Олежек, помоги мне. Объявляешь просто, да. Ты говоришь никто. Теперь начинаю с тебя. Олег говорит, помогаешь ты мне или нет. И количество кораблей. Я слыхал о том, что у него что-то рука не очень, пускай возьмет много карт себе. Будет чем заняться дальше. Только помни, Олежек, кто тебя позвал. Mm-hmm. Олежек, мы с чего выиграем 100 пудов? Ну, такая ситуация. Mm-hmm. Понятно. А зачем ты его звал? Ну, чтобы он получил бонус. А теперь я в какой момент? Альянс. Альянс, да. Сейчас я делаю. Я говорю, Олежек, ты не идешь к нему на помощь. Да. Короче, отключают альянсы. После того, как они это самое сыграли, короче, cancel all alliances. Все, ты возвращаешься обратно как хочешь. А еще. Стоп. Да. Наказание. А еще я забираю обратно на руку эту карту. Ооо. Че, началось? Я не сбрасываю артефакты. Огонь! Это не твоя, да? Это во всех случаях. Все. You don't have to discard any artifact you play. Instead, you may retain it and play it against during a later encounter. Да. Пошла, да, я запускаю еще одна вещь, ты все правильно сделал, такая вещь. В один энкаунтер можно сыграть только один флэр. Mm-hmm. Просто на всякий случай. Нельзя их играть постоянно. Сыграли, он ушел. Да, нет, он вернулся к ней руку обратно. Флэр-то тоже не скидывается. Артефакт флэр, артефакт он носит играть. Врубаешься, что там началось? Закончили играть. Мама, закончили. Ты давно не играл с вами. Кораблики-то забираешь? Да, ты забираешь кораблики, и мы с Аллой вдвоем. Теперь у нас планирование обычное. Поехали. Просто планирование. Открываемся. Никто не хочет ничего сказать. Там, если что, в каждую фазу может кто-то что-нибудь сказать, так что. Ну все, открываемся, да? Я уже все, что хотел, сказал. Ага. До 15 такие игроки. От 0 до 15, говорит, там есть карта. Да, допустим. Да. Я проиграл. Ты свою скинула. А я свою не скинул. Почему? Потому что клоун. Клоун. Короче, есть типа клонировать, есть сила клонирования, replicate. В виде главного игрока, либо атакующая, либо защищающая сторона, после открытия карты забираешь ее себе в руку. У него 20-очка. Вот такая ситуация. Mm-hmm. Хорошо. Ну корабли ты на кладбище. Конечно. И ты заселила, и ты поехала вперед у нас. Ты сейчас, если хочешь, можешь второй. Аллочка, ты начинаешь второй свой энкаунтер. Конечно, хочу. Потому что первый был правильный. Поехали. Почувствовал. Уайлд, атакуешь кого хочешь. Ну, такое начало игры. А что ты пальчиком там показываешь? Ну, давай, заканчивай. А не звали тут, знаете ли. Олежу вон звали, а меня не звали. Я вот и...
Алан напал на Даню, потому что он сломал YouTube. Ну, сейчас Данин день. Что началось? Мне в Данин день. Тебе что, других мало? У меня же двадцатник. Тебе нормально все? Хорошо у тебя все? А, я играю, как ты говоришь, там есть два варианта. Ради удовольствия и с подсчетом. Так я ничего не понимаю, я играю ради удовольствия. Не, я не понял, давай, погнали, погнали. Я никого не зову. Мне нужна помощь всех, плюс двадцатка, если у нее тридцатник или сорок. Так она все равно же все отменит. Надо ей взять. Зови, не зови. Там такая ситуация вообще глупая. Ты забыл прошлый ход, товарищ? Все хорошо. Пожалуйста. Зову обоих. Не, ну я заинтригован, конечно. Поехали. Ну так, чисто посмотреть, что произойдет. Давайте, ну, мы можем войти нормально. Все получите карты. Ну, прошлый раз, конечно, так себе. Сережа пошел. All in. Ну, конечно, я попытаюсь. Ты должна положить сначала сюда, по своей корабле. А, конечно. Каким вы еще не знаете, сколько. Да, 4, скорее всего. Мы уже, да, там уже поставили. Не-не, все, вы так не ходили, я так не... А, ходил. Надо вскрыть всех, я так понимаю, как можно скорее, чтобы хоть понять, что тут за начнется за ситуация. Мне не нравится вот ее эта активность какая-то. Нездоровая. Кардзеп отстрелил эту штуку. Ну я его забираю обратно. А ты он не сыгрался, по-моему. Сейчас, подожди. Play this card at any time to negate a flare or artifact card just as a player attempts to use it. The flare or artifact. Она написана юзанной картой или нет? Что написано в самом флэре? Нет, что написано в этом самом флэре? Тебе нужно юзануть ее или нет? Здесь написано, что ты не юзая, сбрасываешь ее. Там написано, ну, типа она не разрешилась, да? You don't have to discard any artifact you play. То есть discard. В любом случае, я не могу я могу не дискардить. На тебе кардзеп еще и на эту сразу. И что, она сюда входит? Вот так, да? Я потянул два кардзепа в колоде в стартовой руке. Чтобы не разбираться лишний раз, просто отстрелил оба и все. Так. Ну, мне не нравится, что ты какой-то, она на меня наезжает, получай, что? То есть, они остаются. Да. И ты теперь играешь карту какую-нибудь. Так, и теперь тогда я играю другую карту. А, точнее, свойство. Опа. Я лузер, и у кого меньше очков, тот победил. Ты могла это сделать, по-моему, не планирование, а перед открытием. А, нет. Именно фазу планирования, да-да-да. Я должен знать заранее. Чё началось? Чё началось? Такой, оп, у тебя тоже какая способность, типа? Знаете? Да, Алла сломала еще одну игру. Алла поломала, да. Алла сломала еще одну игру. Что началось? Ведь не по картинкам выбирали. Так, меньше победа, да? Нет. Котэм Сити. Окей. Я себе снова проиграл. Короче, я свои 4 корабля сюда убрал. Вы убрали свои корабли сюда тоже. Погоди. Нёп. Там-там-там. Подожди. Зомби. Что происходит? Сейчас, там что-то происходит. Я типа бессмертный. То есть они у тебя не умирают, да? Да. Короче, возвращаются обратно к тебе. Просто так написано? Да, так написано. Здесь мне достаточно вот этого прочитать. Never goes to warp. Вообще никогда не to warp. Такая чушь вообще. Короче, два твоих чувака просто вернулись обратно к тебе, да? Нет, это вопрос по этой ситуации. Вот, смотри, мы проиграли. Он же не проигравший. Да. Проигравший. Нет. Не-не, это если оба атаку положили, там, если против. А если не атаку не положил, то все. Короче, ты умер тоже, Сережка, со мной вместе. Я 4 карты тянул тебя с руки. Компенсация за то, что я сыграл не гоушит, а ты сыграл атаку. По количеству кораблей, которые у меня лежали, да. Я хочу обратить внимание, тут еще есть такая маленькая особенность. Просто, ну, помимо того, что я никогда в варп не отправляюсь, когда я с кем-то в союз состою. Нет, подождите. Они тоже не отправляются? Когда во время когда играется negotiate, мы оба договариваемся, я могу вот эту вот особенность использовать своему оппоненту, предложить ему забрать кораблички. Что еще раз, подожди? Ну, типа, в фазе переговоров может предложить сопернику свои корабли не убивать, а забрать на базу. Не вовохуй себе. А, ну да, типа в часть как бы договора, если не гоушей, то бы, да? Я буду на тебя давать теперь, потому что... Значит, Алочка, ты заселился, если что, поднялся еще на одну. Все. Олежек начинает. 3 хода осталось. Эти карты уходят, Ал, ты теперь... Я буду добирать в начале своего хода. Именно так. Когда тебя атакуют, именно так. Именно так. Олежек, тебе. Ну, я подменял там все. Твое. Красного атакуешь. Замените. Кто пил чай? Замените. Спешл. Что там? Атакуешь игрока, у которого больше всего карт в руке. Ха-ха!
А, не мой день. Даже да ладно, нормально. Моя игра, и то не мой день. Нечего было, не говори. Олежа, ну это гон. Это какой-то я гон обязан, вообще слышу. В твоей системе домашней атаковать там, где твои таячки стоят, правильно? А что ты мне дал такие карты? Ну да, меня ты не можешь. Да, ты обязан атаковать именно меня, мне нравится. Друзья, я закончил, короче, походу. Та-дам! Дальше что я там делаю? Регрупп, да? Серега, перебежчик. Я могу попроситься в альянс, не имея при этом карт потом? Олежек, может, ты проиграешь мне просто? Ты не просишь, тебя приглашают. Да-да, тебя только зовут. Нет, ты можешь, конечно, попроситься? Возьми меня, нормальная ситуация. Если меня позовут, а у меня нет карт. Я думаю, не можешь. То есть я плюсики-то не смогу набирать. Ну, значит, тебе... Что ты говоришь, извини, скажи еще раз, просто. Олег может меня позвать, а я могу принять участие, если у меня нет карт. Я же не буду добирать в этот момент, только если дефенс я добираю. Только если дефенс. То есть у меня в любом случае не будет никаких плюсов, я могу никаких. Только корабликами. Ну, именно так, именно так. Ну, то есть можно хоть что-то почитать. Я зову всех желающих, кроме Алла. Вот, эти игры, это начинается. Я зову всех. Ты, Аллочка, не скоро будешь участвовать в игре, если что, могу тебе точно сказать. Меня ход начали. А знаешь, там есть такой инопланетянин один, который влезает во все альянсы. Во все разборки, да. Спрашивают, не спрашивают. Он называется паразит. Просто влез, я влезаю. Да ё-моё, слышишь. Ну чё, я пришел все равно. Я зову никого. Ты не зовешь никого? Я зову всех, кроме Алла. Всех, кроме Алла? Это Сергей. Это как завуалировано. Я зову Сережу тоже. И Сережа тоже. И Аллочку тоже позову с собой. Обоих позвал. А если какой, если какой защитишься, плюс если... ты возвращаешь отсюда корабли, класс. Либо берешь количество карт из колоды. Нет, по количеству кораблей. Ну, мне не бессмысленно. Ну, я позвал, что? Я позвал, Олежек, ты позвал, да. Серегу только, я позвал обоих. Теперь начинается Сереги, начинается. Начинается. Начинай. И тут Даня понял, что топ-10 нужно переписать. Такая ситуация. Уже, да в чём, всем съехали. Ты что делаешь-то, слышишь? Ну, нельзя в мой день так играть против меня. Ну ладно, это же только начало. Ну подожди, может, я соглашусь. Может, мне выгоднее их отбить, а то они вдвоем тут колонизируют. Именно так, хорош. И меня еще выбит, у меня сил не будет. Грусть, печаль начнется, слышишь? Нормально. Если меня выбит эту планету, у меня уйдет моя сила, слышишь? Друзья, печаль начнется, ад, короче. Вообще меня устраивает. Я в свой ход все равно буду брать 8 карт. Mm-hmm. Правильно. А так ты возьмешь, будь здоров. 8, а не сколько у меня кораблей. Именно да, так. Да. Так возьмешь максимум 4. Корабли отсюда брать не бессмысленно, да. Так что, ну, в общем, смотри сама. Uh-huh. Нет, да? Ну, не, мне просто смотри, слишком что, ситуация погнали. Не лучше сейчас. Куда погоним? Что интересно, я положу. Переговоры? Та-дам. А что, просто так положил? Ну, там у тебя что-то дофига как? Показываем. У меня 24. У вас 18. Есть какие-то еще? Олежа! Олежа, соберись. Как так? Я не знаю, слушай, я не умираю. Поэтому я не могу ничего сказать. Иди, говорит, такая игра вообще. Окей. Мне пофиг, я зашел, прилетел. Там вообще пофиг. То, что нужно. Он говорит, мне ничего, я не умираю, мне пофиг. Ой, смешно. Ой, молодец, просто вытянул. Ну что, какой-то плюс будет, но надо плюс бахнуть 6, это очень много вообще. Я не готов. Тишина? К сожалению. Данил отбил атаку. Все умирают, а ты пошел домой. А ты, я забрал себе обратно его руку. А если... Если мы его атакуем, он вот эти распределяет по другим планетам? Если удачная атака против него прошла? Да, именно так. Ну, я думаю, ты там не умираешь, но, видимо, распределяешь. Да, и распределяешь как угодно, да. Да. Во время любого распределения как угодно распределяешь. Вот он даже может, если где-то здесь бы был, он может сюда кому положить. Олежек, ты проиграл первый. Сереня ходит. Я не против. Мне просто нравится. Да, не ёбай. Не из той колоды потащил. Атака 8. Атака 8. Извините, друзья. Поплыл, Даня. О, спешл, поехали. Атакуешь того, у кого меньше всего кораблей в варпе. Если ничья... Ничья. Я же не могу сам сюда. Break the tie to your left. Того, кто слева. Ты, короче, первая. Ты меня, значит. Он атакует тебя. Ну, просто поверни и всё. Отвел от себя. Типа меньше всего кораблей здесь, но слева от тебя, кто первый, того ты атакуешь. А, подожди, в какой именно момент я буду брать карты? Даня. Ну, просто. Ты берешь карты. В какой именно перед момент? Перед тем, как ты... Ну, я могу точно посмотреть? Да, мне нужно. Но, по-моему, точно перед планированием. Я сейчас, я так, так-то я кораблик один возвращаю, да, себя? Правильно? Вначале ходок прав вообще абсолютно.
Просто я должна до этого объявить по максимуму или по минимуму. Я сейчас тебе скажу. После. Это важно. Сейчас я тебе скажу, прямо сейчас. Это очень важный момент. Сейчас, две секундочку, вы там пока можете пообщаться чуть. Угу. Чайник жить, давай. Угу. Пообщаться нормально. Ну ты пока выбери себе. Так, да, мне 4, вот тоже 3, важно, 3, когда, 3, 3, 3. Когда Алла это объявит. Вот в чем дело. А, ты сначала атакуй. Объявлю-то я точно после того, как ты выберешь, на какую планету ты нападаешь. Значит так, если у Defense нет карт, она должна сыграть encounter карту normally during the planning phase. Во время именно фазы планирования. То есть в момент выбора карты. Вот это как тоже я сказал. Планирование. Значит, да. Сначала все-таки ты выбираешь, куда атакуешь, угу. Потом зовешь друзей, и я зову друзей, а потом я объявляю, выиграю мы или проиграю. Ну да, это нормальная ситуация. Ты сначала потянешь, потом говоришь. Нормально. Если ты вдруг потянешь 8 карт, 3-0. И там не будет ни одного энкаунтера, все заново. Мало ли что. То опять сбрасываешь, берешь 8 еще. Все заново. Друзья, мы играем, если что, в замечательную игру под названием Cosmic Encounter. Уже. Кто да, подошел? Уже эмоции тут навалили. Да, у нас все в Твиче происходит. Это что, ничего личного? Давай без этого. Я никого не зову. В смысле? Серега никого не. Ты что, давай, ну, соберись, если что. Он боится, что я скажу тогда, что я в минус играю. Ну, Серёнь, ты даешь, конечно, вообще. Да, вот там не хочется ничего. Ладно, допустим. Ну, это как-то подойдет. Они что, тут как-то, ну, мне не нравится. Серёнь хочет один выиграть, мне кажется. Да, хочу выиграть. Никого не зовешь, а ты кого-то зовешь? А что, если я его позову, что? Какая ему кружка будет? Карта потянет? А, потянет карты, либо вернет корабли. Корабли нет, потянет карты по количеству... Корабли не вернет никогда. Потянет карты по количеству кораблей, сколько положит. А я могу нормально. Это называется реворд. Этот может положить там вообще? Нет, тот может вообще. Стоп, ты тоже подошел и положил. Давай, я тебя зову. О, Аллы такой мимимишный инопланетянин. Да, друзья, смотрите, какой классный. Лузер. Лузер. Короче, я зову. Так, теперь что? Ты зовешь кого? Всех? Сидите там. Сидите там. Все, больше не класс. Да, поехали. Так, теперь тогда давайте мне карты и я скажу. Да, 8 карт, давай, помогу, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А Сирене так и не показал свою силу еще. Свою силу не показал. Прикинь. Сейчас все будет. Решение о том, сколько кораблей на защиту положить, принимаю только я, как участник альянса. Мы не можем там с Аллой там как-то. Она там взяла руку, например. Не, я думаю, только ты решаешь. Чувак, посмотри. Не, она может тебе сказать, чувак, положи побольше, потому что у меня карты не очень. Или может быть такое. Типа такое может. Может быть такое. Что там? Положи поменьше, потому что лузер. Товарищ. Тут много. Тут... Давай давай почитай немножко. Когда 8 новых карт, это сразу. Что? У кого мой этот самый? У кого мой флэр? Какая скотина зажала мой флэр? Я даже не знаю, что ты говоришь. Какая космическая скотина зажала мой флэр. Космический флэр. Если что, я могу поменяться флэром с кем-нибудь. А это так работает, да? Конечно. Конечно. Так, в фазе переговоров. Можно легко обменяться флэрами, вообще легко. Можно обменяться картами по своему желанию, можно случайно, как угодно. А, ну в этом есть. Тебе 3, у нас 7. Ты что так поставил? Поближе там. Удобнее считать. О, кто-то умер там на кухне у нас, друзья. Все живы, по-моему. Тебе 3, у нас 7. Да, Джонни М, ты прав, эта игра вообще... Космическая во всех смыслах. И в прямом, и в переносном. Аллочка, будем играть сегодня? Фаза планирования там идет. Если там нолик, применяешь силу лузера. Если нолика нет, не применяешь силу лузера. Если там у тебя сорокет... Да просто ты меня сбросил... Такую классную штуку. Карту, которая позволяла артефакты... Дай 5! Ну прости, ну ты так меня начал, я был... Прессовать. Там, два, кстати, нет, два кардзапа ушли, ты врубаешься? Их вот, нету. Да? Кардзапах нет. Осталось одну планетку ковырнуть. И товарищ там... Во-первых, что началось? Давайте начнем с этого. Ковырнется. Почему меня ковыряют все? В день Данила, я не понимаю. Такой а так совпало. Совпало. Аллочка, ты что? А ты скажешь, что происходит? Да, какую ты сегодня? Мы... Больше. Применяешь силу или нет? Вот такая ситуация. Если применяешь, то меняется. Если не применяешь, то не меняется. На проигрыш. Мы играем на проигрыш. То есть ты применила? Все нормально. Тот, если что, может отстрелить ее космос запом. Я сначала смотрю, какую карту ты кладешь, а потом решаю, какую карту. Оракул. Смотрим чужую карту сначала.
И это после этого ты такая грязь. Ну давай, давай. Фу, жесть. То есть ты такая сыграла наоборот. Покажи карту. Единичку сыграл, товарищ. Если есть, конечно. Такая, блин, у тебя две вообще очень плохо играются вообще. То есть у нас сейчас 7 плюс 8. 15. 15. Тебе сейчас 3. Тебе нужно дать меньше, чем 12. Хотя бы. Да. Бум. А я играю Cosmic Zap и отменяю свое свойство. То есть мы играем по максимуму. Да? What? Так можно? А свой можно? Можно, там написано including your own. Of any alien's power, including your own. Нормально. Есть какие-то вопросы? Этого самого. Да, есть Cosmic Zap, который отстреливает чужую силу. Все верно, Саша. Все верно. Ну ты, Алла, даешь вообще. Поняла эту игру. Молодец. Все, Cosmic сыграл, силу ты не используешь, да? Получается, что выиграли тогда вы. Ага. Олежек, берешь 4 карты компенсации. Хорош. Сидел, да. Просто так посидел. Зомби долбанный. Нормально. Забираешь себе обратно, распределяешь. Аллочка, ты выиграла? Ты выиграла, ничего не получаешь. Просто выиграла энкаутер, все хорошо. Что, Данила ходит, что ли? Подожди, там неудачный, то есть он... Да, если первый энкаутер неудачный, сразу же переходит ход. Серега, извини, ну тут... Не-не, все нормально, я что-то не хочу. Олежа! Олежа, Ревенж! А я в порядке. Ревенж! Ну, чай играли в адреналин, как все люди там развешивали метки друг на друга, было клево вообще. Идите вы все знаете куда. А, кстати, куда? Забыл кораблик один, друзья, извините, забыл. Нет. А что он сейчас происходит? Можно там, типа... Я забыл, друзья, начинается фаза, я забыл один кораблик из варпа себе обратно на базу. Что происходит сейчас? Фаза регрупп, типа, да? Да тут нечего ловить, Алла уже победила, сто пудов. Я что-то немножко заволновался и играю вот такую штуку. День защиты Данила. На Даньку. День защиты. Это в фазу регруппа. А, ну, это перед тем, как я... Так, да. А я уже потянул карту. А. Прости. Ты так быстро потянул ее. Прости, Олежа. Да, надо было дать шанс. Давайте озвучивать все фазы. Да, это очень важная ситуация. Окей. Давайте теперь у нас открыто это все. А что-то я там все теряю, да? Что-то какая-то там... Плаг, это вообще такая жесть. Там все умирают. Не знаю, ничего. Все мои корабли умирают, я проиграл игру. Такая карта, реально. Отвечаю. Блин, Олежек, ну извини, ладно. Ладно, извини. Короче, у меня есть план Б. Я тебя атакую вот этого и что там? 4-то бахну, конечно, что. Вот отсюда 4-й полетел. Так. Я никого не зову, я в порядке. А я тоже никого не зову и предлагаю подоговариваться тебе. Не интересует тебя корабль? Поменяться корабликами? Ну, ты просто сможешь. Просто давай по одному кораблику поменяемся и все. Нет, ты вот... Я так понимаю, что моя сила позволяет, ничего не происходит, так. И ты просто тянешь... Не, не хочу, я хочу заселить одну твою планету. Ты заселишь одну мою. Вот так я это... кладу на это Негош есть прямо сейчас, на эту ситуацию. Мы должны обсуждать пост, да, согласен. Но тут ситуация, видишь, тут важно, можно поговорить. Да. Давайте ломать игру. И так не сильно стабильную, давайте ее доломаем. Так не сильно стабильную, давайте доломаем. А что там, сколько морфов-то в колоде? Один, по-моему. А, морф один. Сейчас не зашла шуточка, да? Ты чё? Я положил на него шейд, отвечаю. Я, ну, мне интересно, планета там переселяться. В смысле, мы с тобой 200, тебе интересно двигаться на один? Да не хочу никуда двигаться. А я не хочу его забирать отсюда, хорошо, тогда будем воевать, окей. Поехали. Значит, война. Погнали. Хлоп. Победил. У меня же 20, я все время его забираю. Может, докидывать плюсы? Это 6 не надо бахнуть, такого нету. Ну, а может, 5 и 2? Это вообще две карты в руке, может быть. Олежек, что скажешь? Я ничего не делал, у меня как бы приоритет, я говорю, я ничего не делал. Ой. И это ровно получается, да? Да ничья. Ну ты заставляешь меня, Олежек, вообще. Ну ты заставляешь меня. Ой, заставляешь меня плюс 5-то скидывать жирную самую. Все, у да, меня вытащил, ну, жадину. Так и было, да. Ладно, закончили. Все, скинули, друзья, я победил. Нет, подожди, ты же двадцатку себе забираешь, ты же только пятерку забрал. Да, все верно, двадцатку забрал себе обратно. Но пятерочка потому ушла. Что у тебя... Пятерочка ушла, она жирная, но она ушла, да. Ты я забрал, победил, тебя... подвинулся, потому что у меня сила моя, да, суперская. Окей. Если хотите отстрелить, вот есть товарищ Cosmic Zap, если что. Угу. Пяу. Да я не... Хватит! Данька, специально. Давайте так сделаем с моей, давай вот так. Я озвучиваю фазы.
Да. Сейчас мы только что... Друзья, значит, сейчас ламию. Фаза регрупп. Еще раз. Забираю корабль, положил. Теперь. Фаза... фаза... Негоушей. Ты хочешь регрупп? Свою. А там не только в свой ход, посмотри внимательно. Там, мне кажется, там в свой ход только можно ее сыграть, Олег. Nope. As offense. As any player? Внизу написано... Any player, да. Все, я просто... Все, окей. Так, значит, я играю вот эту фазу. Регрупп нормально, ну, я забрал. Да, давай, даже, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вот человек. Чума. Значит так. В начале энкаунтера, of any encounter, and choose a player. Значит так, that player, значит, ты меня убираешь. Да. Я теряю 3 корабля, короче, в варп. И должен скинуть одну карту каждого типа с руки. Значит, смотри, атака, негоушиет, артефакт, флэйр. То есть у каждой карты есть какой-то свой тип внизу. Да и сверху тоже. Ну, там это на самом деле энкаунтер есть... Короче, смотрите, значит, я должен скинуть 3 корабля, правильно? Uh-huh. Это... А потом... End must discard. Короче, я скидываю 3 корабля. Раз, два. А никто не хочет, да, там? Оставить? А третий я не сбрасываю, потому что у меня есть ему типа зомби. Вот зачем? У меня есть твой флэр. Зомби. Uh-huh. Когда я должен кого-то... Когда я должен кого-то меня... скинуть, я не скидываю. То есть я должен кого-то скинуть, я типа не скидываю. Один корабль спасаю, uh-huh. с помощью этой карты. Возвращаю ее обратно. Ну, 2 ты скинул. Теперь я обязан скинуть каждую карту по одной. Он 2 скинул? Я должен да. скинуть одну атаку. Один ты артефакт. Или... Да. Это не артефакт, это же флэр. А там тоже флэр есть. Да, флэр. А итак, негоушиет, артефакт, флэр и так далее. Артефакт скинул, негоушиет тоже. Все, больше ничего нет. А я правильно понимаю, что в принципе либо Алла, либо Сергей могли бы отстрелить эту да. историю? Могли бы. А чем это? Нет. Космиком не... или... А, вышли уже. Карт запа больше, уже, так что все, да, не отстрелишь. Друзья, все против меня играют. То есть один кардзапа и один космик да. запа? Два кардзапа и два космик запа. Два кардзапа ушли в первый ход с тобой у нас, мы вместе. Я тебя стрелил для карты. Кардзапом. Пока не замешаются колды и... А космик это нет. вот это свойство? Космика, да, от меня. И одно уже ушло. Да. Одно уже ушло. Олежек, ты это сделал, да? Все, теперь да, я играю Destiny. Wild. Сирене. Давай, у тебя есть парочку дешевых вообще. Конечно. Планетик. Давай. Планеток надо бы на тебя напасть. Я атакую... Тюрьме. Такая ситуация. Я предлагаю обменяться нам с тобой. Я предлагаю сыграть негоушиет. О, уже положил, смотри. А я-то смотрю. Точно? 20. Я честный. Давай сыграем негоушиет, заселим планетки и поднимемся все вперед. Я чуть впереди тебя, но не страшно. А если у меня нет негош? Тогда до свидания. Ну поздно, ты уже положил. Ну я ничего, хоть нормально все. То есть предлагаешь обменяться планетками? Да. А что вы сделаете? Честный обмен, если я считаю совершенно. Я к нему один корабль на его планетку, он мне один корабль на мою планетку. Просто обменяюсь по одному кораблю, и оба двинулись вперед. Ну давай. Ну, хорошо. А не, нифига, вы по 3 корабля, кажется, теряете. Да за что ты, зачем ты такой? Это взяли-то, ну! Kills deal. Cancel the deal and the dealing player suffers the penalties for a failed deal. У вас как будто не удалось. Как будто в минуту не могли договориться. Нормально. За что? Алла все поняла. Да, мы с тобой скинули все. Алла что-то еще спросила, а никто не может артефакт отстрелить? Да-да-да. Я просто спрашиваю. На всякий случай. На всякий случай спросить. Так, мы с тобой потеряли по 3 корабля. Ой, Даня. А эти, кстати, ну, если еще можно было эти 3 потерять. Ну да. Было бы проще. Все. Ну вот это тоже 3. Я скинулся такой. Мы только с тобой умираем. Это вообще не умирает. А это просто овнит всех вообще. Жестко. Алочка, все, ты ходишь, поехали. Так, теперь фаза регрупп, берешь корабль. Возьми корабль. Давай, бери. Ну, что, не взять-то? Теперь что у нас происходит? И ты атакуешь. Нет никого ничего сказать. Спешл. Атакуешь того, у кого больше всего чужих колоний. Себя, что ли? Ну, ты должен атаковать его. Нет, зелененький. Только ты имеешь... Да вы вообще, что ли, съехали, слышишь? Не может такого быть. А что, только у тебя есть колония? А, не-не, на самом деле все хорошо. Тут нет ничьих. Если ничья у кого-то, ты, типа, опять как бы слева по кругу. В этой ситуации, типа, сейчас... Ну ты один. Не-не-не, сейчас, короче, цель это твоя желтая. Если то же самое, чтобы сейчас мы вытащили желтую. А, то есть типа, да. Ты можешь вытащить новую. Либо, ну, тебе нет смысла заселять, поэтому тащить нужно новую. А заселять это значит отсюда, да? Нет, ты, если бы у тебя пустая, например, была бы, ты могла бы ее заселить. Или выбить кого-то. Ну нет смысла, у тебя никого нет. Больше что, колонии, да. Ну давай следующую, давай. Следующую, конечно, оттянуть. Грин.
Что происходит? Как не пытался съехать, Данька. Что это значит вообще? Я вообще ничего не понимаю. Что? День Данилы против Данилы. Данил, соберись. Я стараюсь, друзья, собраться, но тут вообще жесть какая-то происходит. Давай, атакуй. Ну давай, давай. Покажи свой лучший удар. Набрала там карт еще дофига. А 10-2, если что. Ну я же... Ну что, говори. А, альянсы, погнали. Да против нее альянсы-то не годятся даже, слышишь? Ну и что альянсы? Больше-меньше. Да давай договоримся. Началась, да? Давай. Из ситуации. Если ты хочешь. По кораблику, да? Да, и подвинься вперед. Ты мне, я тебе. Вообще хорош. Давай. Годится. Ну и здесь тоже не все так плохо. Двадцаточка, хлоп. А, я, кстати, тут кораблики не выставил, вы проживали. Ну сколько ты выставила бы, давай честно. Не знаю от этой ситуации. Да договариваться-то я один послал. Само собой. А, ну давай один, я не против. Я же на негашевит рассчитываю. Не против. Это, кстати, нормальная тема, кстати, если что. Нормальная тема, Олег тоже. Мы так часто играли. Посылаешь один, говоришь, негашевит сразу. Это нормальная тема. Я бы, кстати, тебе еще больше поверил в эту ситуацию. Алыч, только ты тащишь одну карту у меня с руки тогда. А, сколько кораблей, столько и карт? Да. Хорошо, а смотри, вот еще такая штучка есть. Давай, 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 давай. Если я... А, нет. Wild, да? Нет, все. Нет, это в другой раз. Значит, Аллочка, я, короче, я победил, ты умерла вот здесь. Ой, мне будет куда выставиться. И ты тащишь одну мою карту с руки. А ты 20-ли вернул? А есть вообще какой-то вариант? Сейчас я 20-ли только космос. Пожалуйста. Космос. Хорош. 20-ли взяла, если что, кстати. Аллочка, ты проиграл первый энкаунтер, ходит Олежек. Отлично. Прости. Ничего страшного. Я всего один кораблик потерял. Фиолетовый. Фиолетовый. Олежек, я делаю? Регулируешь никто? Нет, сейчас. Возьми корабль отсюда. Я уже взял, спасибо. Я не... Давай, поехали. Давай. Запускай. О, желтенький. Желтенький. Вот, желтенького надо... Привет. Щемить, друзья. Привет. Такой... Не-не-не, в желтой системе. А-а-а. Али стало жалко Даню, да? Конечно, будет тут жалко, я понимаю ситуацию, если что. Ну что, может, с тобой тоже договоримся? Друзья, извините, кто нас на Твиче смотрит, мы там не читаем, извините, мы читаем в Ютубе. Хотел кораблик вернуть? Пишите там, пожалуйста. Хотя мы и в Ютубе не очень читаем, если что. Тут у тебя... Олежа, а что ты теряешь? Ты же ничего не теряешь. Не, я-то ничего не теряю, но хотелось бы там подзаселить. Хотелось бы вопрос решить, подзаселить хотел бы. Извините, задуматься. Давай всех. Да, вы не забывайте, что я забываю сюда ставить. Да, это надо делать в самом начале. Когда ты положил, тут же положил. Сколько, это самый важный момент, конечно. Ну вот, по крайней мере, в этой фазе. Mm-hmm. Олеж, что, началось какое-то дума? Не, началось. Не. У меня две карты, погнали. Мне не нравится просто там ситуация. Ну, понимаешь, сейчас. Понимаешь? Ты вот что спрашиваешь? Ну, вот так, не знаю. Сколько? Четыре. Четверю, да. Против моей троечки. Олежек, ты должен позвать кого-нибудь, если хочешь. Зову всех, конечно. Кроме Дани. Всех приглашаю. Кроме Дани. Ну иди ты, в смысле, кроме Дани? Ну в прямом. Что значит всех, кроме Дани? Это инсинуация. Скажи, Сергея зову, слышишь? Сергей. Мне не нравится. Формулировка не нравится. Всех, кроме Дани. Зову и тебя тоже, да? Понимаешь, что мне это наоборот нравится? Извини, Дани. Я понимаю. Я же прекрасно понимаю. Это не, это наоборот. Я с удовольствием. Официально вас приглашаю. У меня еще не такая ситуация, но я спрашиваю на будущее. Я должна обменять карты, если там нет ни одной энкаунтер. Именно энкаунтер карты. То есть это атака, негоши или морф? Еще морф существует, если что, в этой игре. Я пригласил Сергея официально. Алло. Да? А что будет, если... Данила, если мы с ним деремся, а я такая, опа, негашеет, кладу, но втихую. То есть так. Я штраф... Ты проиграла. Я проиграл, но ты я проиграл, штраф тяну. Они займут, но штраф... Компенсацию. По количеству кораблей, ты компенсацию, ты да, потеряешь. Это называется компенсация, да. То есть не такой плохой вариант. Если вообще... ты заведомо проигрываешь, делать не вот, я только что я сделал так на втором ходу на твоем. Когда ты меня атаковал, я знал, что я проигрываю, я сыграл негашеет, потянул у тебя карты и вытащил. Мне нравятся эти разговоры сейчас. Мне нравится. Что мне это делать? Ты сиди спокойно. Аж ты зовёшь? Хорошо, я не умираю. Вот мне. Да вообще. Греет душу. Я не зову. Это моя раса. Не зову. Я не зову. Да. Надо паразитом играть, короче, в игру, чтобы залезать в каждый просто энкаунтер, реально. Друзья, меня не зовут, меня убивают просто. Мне бы хотелось вернуть свои корабли, но я чувствую, что... Сергей. Я их просто верну. Ну, туда. Потому что сейчас можно слить. Ну, была ситуация, да, я понимаю. Человек сомневается. Ну, ты же можешь там посмотреть? Нет, только если я главный игрок. А, окей. Нет, проблем. Так бы я, конечно, там вписался.
проблемы. Я же потом не достану. А что началось? Я у нас на фазе Alliance у нас тут... Alliance, да. Я пацану пожелаю. О, хорош. Я бы достал корабли, но я чувствую, что можно уехать. А, у тебя, да. То есть, кстати, очень опасно так много терять кораблей. Да, я в курсе, да. Там, кстати, есть такой артефакт, который возвращает все корабли всем. Он бы мне пригодился. Всем. Ну, так. Там гуляют всем двором. Вот ты человек. А ты даже не стала свою эту тему использовать, да? Не стала. Нет инкомфорта. Она говорит, ну это не моя ситуация. Ну, если вот в будущем не будет. Ну, хотелось бы уточнить. У меня есть друг. То есть я так и не Гоша. У меня есть друг, вот у него была такая ситуация. Да, я вам не рассказывал. Я проигрываю. Один корабль я оставляю, и он остается тусить с тобой. Это как сейчас, секундочку, друзья. Значит, смотри. Зомби. Спит. Во время типа защиты, в виде, ну, типа, как защита, когда ты теряешь, когда ты проигрываешь инкаунтом, ты можешь оставить один из своих кораблей на планете, вместо того, чтобы посылать типа варп. Он типа вместе с остальными. А смысл в этом я не особо понимаю. Ты не потерял планету. Если тебя с чужой... Не могут с чужой. А, с чужой, с чужой невозможно по правилам игры выбить. Ну просто он остался. Ну, умер, остался. Нет, могут. Могут. Люб. Да. Если она будет здесь, и тебе придет карта атаковать свою планету. Ну да. Ты же будешь ее оттуда выбивать. Да, согласен. В этой ситуации может быть. Хорошо. Когда ты атакуешь свою систему, такое может быть. Обратно и три карты у него тяну. Ты потерял три корабля, ты потерял два корабля. Да. Ну два. Вот как бы. Ну, нормальная ситуация. Я же оставляю, но при этом. Компенсация. Вот. Сколько ты потеряла в варп должно быть? Сейчас я прочитаю. Ну, смотри, просто... сколько я потеряла в варп или сколько участвовала? Нет, сколько ты потеряла, это точно. Сейчас. Даже я сейчас не знаю, сколько уйдет, а что. А мне это ничего. Вытащат у тебя сейчас все. А там нечего вытащить, там одни картинки. Картинки. Сейчас я скажу. Ну давай, дай мне сколько, отдаю я. Давай, я люблю. Да, тысяч. По количеству карт, потерянных в варп. То есть по количеству кораблей, потерянных в варп. То есть два. Именно вот так. Это мне нравится. И мы не можем какое-то тайное послание, а мы не знаем, да? Я так чувствую, там все, что нужно, вытащили. Она вытащила, похоже, свой флэйр у него, слышишь? И его еще флэйр вытащила. Вот это был вообще огонь тогда. Прикинь? Две карты получила свой и его. Играет моим сейчас. И Олежа сейчас. Нет, спих у нее. Это я играл твоим. Да. Я его сбросил. Он у меня вот ушел. Твой. Ушел зомби. Да. А, ушел зомби? Или он что-то не ушел. Ну, я скинул, ты меня заставил его сам скинуть. А, окей. Помнишь этим своей чумой долбанный? Ага. Че, на кого другого нельзя было сыграть, что ли? Дайди ты. Короче, кто ходит-то? Олежа, твой второй инкаунтер. Никто не хочет ничего сыграть. Ну, а может, он не хочет. Кораблик возьми, пожалуйста, из варпа свой. Я взял уже все. Сделай. А я не видел. Может, он не хочет? Будешь? Да, идите. Ну их там, конечно, ну там конечно. Точно их слишком переб... Сколько их есть? 8? Сколько? Ты же хвалил, что помешал. Все, до конца колоды меня трогать никто не будет. Все. Давай. Все, что ли? Любой. Сейчас бахну тебе. Зомби-кораблики. Я? Ты? Что? Друзья. Фрэнсик, сколько у тебя карт на руке? А тебе уже кораблики, да? Ты захочешь кораблики вернуть? Давай. Позову тебя. Давай. Хорош. Че это за... Ну что, один на два вполне. Да подожди, ты еще сейчас еще... Враги еще. Пол игры пропустил, погоди. Зови кого-нибудь. Никого не зову, ничего, я уже все решил. Че это значит? Ты не понимаешь вообще? Сейчас. У меня поломалось. Ты понял правила, да, если что? Да, спасибо. То есть, чтобы больше было, да? Я бы тебя позвал, но я не понимаю. Пожалуйста. А ты что ты делаешь? Это успокоил, да? Зови альянс. Можно подумать. Да не надо никаких альянсов, я все договариваюсь. Кирюш, я никого не зову. Никого не зову. Хорошо, я зову Сиреню. Хочу Сиреню. Сиреню, положи 4, бахни 4. Мы выиграем явно. Я ничего не теряю. Никого не зову. Уже положил. Ситуация сомнительная здесь. Вообще сомнительная. Чё-то я... Ох, чё, ты хочешь Никола Шевчева сыграть? Я не понимаю. Он знает, что я сейчас буду такой играть какой-нибудь. Ну тогда Олежа проиграет. Он мы защищаемся. Ты не получишь, я... нет. Когда... Нет, а, не в смысле, если он проиграет, если сыграет атаку, а он сыграет Негош Ейд, ты получишь компенсацию. Но если мы оба сыграем Негош Ейд, то твои корабли вернутся, ты не получишь тогда. Точнее, реворд, ты не получишь награду. Если мы оба сыграем Негош Ейд, ты не получишь награду. Такой осторожный. Псих. Ты чего? Пошел Алын. Хорош! Серега. Покажем. Дираки земной. Ну что? Сейчас, Валежа, там какая-нибудь карта, которая.
способность. Аннулирует вообще всю игру просто. Я играю не кушаю. Пожалуйста. И сейчас такую. То, что ваша двадцатка это не гушейт, а мой не гушейт это ваша двадцатка, да? Хоп. Надеюсь, все у Даньки вытащить. Последнюю карту? Ну, он так ее бережет. А, так и вот эту же тоже вытащишь? Нет. Вот это... Она же на руку возвращается. Да. Хорош. 20. Хорош! А вдруг Даньке приедет сороковник потом, и он так же бам-бам, может, бам-бам. Не глушит обоих. Emotion control называется. Да, я видела его. Я просто думаю, зачем... Да ёб вас! Опять же, моя карта, я все узнаю. Я моя. Все, мне вытащу. Короче, у нас с тобой не гоши, я предлагаю заселить по одной. Минута началась. В порядке. Хорошая? Да. На любой. Ну, не в порядке. Ты хочешь сам одну. Не в порядке. Не понравилось. Не доволен. Подвинулись оба с тобой на один. Опа! Ситуация, друзья. Да. Я же в эту фазу, да, распределяю? И, короче, эту я сыграл, эту забрал на руку 20 или, евро. Или не в эту фазу, товарищ? А, прямо сейчас, просто, может, один, ну, по я одному. Могу... Ну, обычно по одному делать. Положили. Да. Да. А дальше я в свой ход смогу... Короче, смотри, раскидать. Если произошел negotiate, это считается successful encounter. Ты победил, типа, победил. Ты теперь тянешь еще одну. И уже сколько можно? Новый encounter. Это фиолетовый. 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 Стоп-пудово. А когда ты желтого атаковал? А когда вы уже распределите вот эти... Ничего не распределил. Все уже. Так, они сосуществуют? Вот да. Эти сосочки. 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 Кстати, если рано или поздно это все поискать. Причем это ты. Короче, сколько я раньше с тобой. Кстати, раскрашенные. Рано или поздно ты мне сдается. Мне нравятся раскрашенные есть очень классные версии. Очень красивые вообще. Все, мы это сделали. Серега, ты хочешь? Есть кто-нибудь, кто хочет что сказать? Что вам не хочет? Перпл. Да, ты забрал одного. Видимо, переигрываем, да, перпл? Красный. Погнали в красного. Атакуешь красного игрока в красной системе. Это только три планеты, и там везде по четыре. Кстати, сейчас, если что, мы это не обсуждали, но есть такая ситуация, когда, например, Серега атакует вот так, например. Так, что происходит? И мой стоит чувак здесь. Все, кто... То есть он атакует только Олега, он только с ним воюет. Я вот здесь нахожусь, это называется байстендер. Вот, например, даже если бы ты здесь оказался вот здесь, мы с тобой в бою вообще никак не участвуем. Мы просто наблюдающие. Мы там тусуемся на этой планете, они между собой воюют там. А мы все равно ее занимаем, нас оттуда не выбить никак. Нас из нее может выбить только сам Олег, атаковав собственную систему. Mm-hmm. Но это менее выгодно в плане вообще игры. Mm-hmm. Потому что не двигает тебя вперед совсем. Mm-hmm. О, Алексей прав абсолютно. Ты же не что теряешь сюда корабли, ты в случае не гоши это не тянешь ни одной карты вообще. У тебя нет компенсации, не существует компенсации. Алексей прав. Вообще позабыли, извини. Абсолютно прав. Ну тут такое происходит постоянно. Так что можно было мне и не играть тогда. Я бы выиграл и все. Ну, хорош. Да, Алексей молодец. Алексей прав. Ну вот видишь, есть плюс, а есть и минус. Ну мне да, что-то не сосочки, а блины. Блины масленица на дворе. Блины в виде сосочки. Ты зовешь кого-нибудь? Готовы к тебе прийти. Славянский шкаф. Интересует? Ну что? Да я думаю, всех звать. А вот что, вы все равно там наравне. Там... Ну да, тебе никого, как бы тебе нужно что-то делать. Я так вроде как мытьем докатанием доехал до двух-то пока еще, слышишь? Я позову всех, потому что тебе... Всех, кроме Данила, опять начнется. Да. Весь на тебя всех, кроме Данила. Ну ты уже здесь есть, но тебе корабли вернут. Да, я верну корабли. Нет, если я помогаю атаке, то я заселю. Мне бессмысленно вообще помогать тебе. Мне есть смысл только лечить помочь, чтобы получить получить награду. Тогда зову всех, кроме Дэнни. Раз ему не надо. Так, это новая шуточка. Что я получу? Козмик энкантер. Всех, кроме Дэнни. Что я получу, если мы победим? Если мы победим. Ты заселишь и подвинешься. Хорошо. Конечно. Я можно тоже... просто одну пим залезть. Надеяться на его атаку. Мы принимаем решение. Типа, я просто... Да, да, подожди, Аллочка, ты сейчас пока не делаешь ничего. Я зову и Даню. Серега, ты позвал обоих. Олег позвал обоих. Да, начинайте с меня сейчас, да. Потому что ты можешь изменить твое решение. Олежек, ну я, конечно... Ничего нет. Сосочек-то поставлю, конечно, один. Знаешь, я что-то не хочу, у меня нет кораблей, я не могу, Олежек. Ситуация. Так рисковать? Да, конечно, слушай. Ну, давай два. У тебя там есть хоть что вообще? Конечно. Мы выигрываем? Как всегда. Там же двадцатник. Она вообще забрала еще все. Там двадцатник твой сидит. Не, Олежек. Там не сидит двадцатник. Я не буду. Слишком мало шансов выиграть, Олежек. Извини.
Вот ты будешь как, кроме Дани, всех звать, будешь знать, слышишь? Mm-hmm. Ашка, теперь ты решаешь. А ты меня не звал, да? Я всех звал. А ты меня не звал? Кроме Серёжи. Если я впишусь за Серегу, что я получу? Ты залезешь к нему в планетку. На планету и поднимешься вперед. Если побоешь этому, то за количество кораблей, которые ты ему отдала, либо достаешь отсюда корабли, либо тянешь с карты по количеству кораблей, которые ты послала. Это называется реворд. А за сюрси всей кучкой? Дисюси, что сказал? Сейчас на какой-то другой язык перешла. После того, как засядешься, ты сможешь. Да, засядешься всей кучкой, да. Вот так вот три, блин, я забываю. По три у меня было. Да раздвинь, положи как хочешь, всех сюда. Хорошо, вообще не важно. Сейчас 4-4. 4-4, да? Ничья. У тебя все хорошо? Просто я... Это я могу только, если я мейнплеер, а так я альянс. Что? Говорят, что нет на Твиче трансляции? Что, реально, что ли? Еще и на Твиче поломал трансляцию. Ну, ё-моё! Да это уже невозможно, правда. Сколько же можно-то? То есть мы только... Не, она уже, видимо, отгрузилась, друзья. Текстовый чат, да? Серёга, я вписала, видите. Да, друзья, о, вернулась трансляция, если что. На Твич? А на Ютубе? Да. На Ютубе нет ничего. На Ютубе так и нету, да. Источник Сергей, не знаю. Так. Да, друзья, спасибо. Твич, да, Твич вроде работает у нас тоже. Че, все, поехали? Давай, ехай. Я же смотрю. Ехай, а, серьезно? Mm-hmm. А что, я не участвовал, да, никаким образом записался. No. Показал 6. Сегодня посмотрел. У меня сейчас здесь 10 у меня. Принял решение. У вас там 8. У вас там, у него сейчас 10 у меня. Ну там еще плюсы могут быть, помнишь? Ну мало их, там тройки ушли, пятерка ушла, двоечки остались. И одна, то ли две двойки, то одна тройка, что-то такое. Ну, что? Шестерочку. Ну, достаточно. Мне хватит такой, все. Олежа? Ты уверен, что шестерочка? Ну что, 10-14. А, все правильно. 10-14. Мы победили! Ура! Отправляйся в борт. Отправляйся в борт. Нёп. Нёп. Такой. Заселились, друзья. И подвинулись. Сереня и Алла подвинулись на один. Олежек, мне ситуация не нравится. Алла двигается к победе. Если да, ты потому что уговаривал, тут сидел mm-hmm. по 3 часа. Так, кого? Распределяем. Кого это? Аллу. По поводу? И не хотел присоединяться. Ты сделал сейчас первый энкаунтер. Да. Сейчас второй твой энкаунтер. Подожди, ты победил. Забирай корабль. Забираешь корабль. А, распределяю я корабли. Только когда возвращаешь куда-нибудь. Когда... Не сейчас. Я сейчас не понимаю ситуацию, почему забирают корабли. А это... Начало хода. Начало хода. Не, не, я это делаю. Только каждый энкаунтер по одному, да. Поехали. Да. Purple. Не интересует, да? Yellow. А вот сейчас посмотрим. А вот тут товарищи уже готовы. Можно вот сюда прилететь, тут вообще один. Жир. Но там товарищи. Но тут товарищ. Комба пошла жестко. Вот чё. Сегодня я с тобой залечу, если что, без проблем вообще. Зови, бро. Ну конечно, ты-то залетишь. Вы бы все тут залетели. Даня, придет твое время, я в тебя верю. Илья, спасибо большое. Да, если даже на Твиче подлагивать, я не знаю, что происходит. Ну, зови. А я, наверное, помощь. Вот так вот. А, хотя если вы тогда все впишетесь, а вы можете просто извиняюсь, ковырнуться. Ковырнуться, ковырнуться, да. Ты пока решай, Олежа ушел. Угу. Давай, ты пока подумай. Потому что здесь тебе Олег не помощник. Ему нет смысла. Да, да, я понимаю. А вот сюда, да, сюда есть. Я так и думаю. Ему будет выгодно, и я тоже зайду к тебе, если ты меня позовешь. Естественно. Это будет всем жирно очень, да. А я могу вам сказать, типа, летите одним корабликом? А, нет, ты не можешь нам сказать, ну, мы можем послушать тебя, конечно, ну, да, но... Да. Да, ты можешь сказать, давай типа одному лететь. Легко может быть такое. Абсолютно серьезно. Как еще раз? А он может вытянуть желтую? Нет, не хочу. Нет, я обязан. Маст. Иначе бы это не имел. Heaven Encounter, да, иначе бы не было смысла в этой колоде вообще никакого. Видишь, то есть ты обязан. Ты думаешь, блин, ну, только что мы с тобой вместе вносили его, а теперь должны, я тебе должен тебя атаковать. Давай не Гоша едет, типа того. А он говорит, окей, а ты ему хлоп атаку.
кстати, не возражаю насчет негушей. Мне почему, знаешь, мне почему очень нравится эта тема насчет. Если бы они были. Мне нравится, вот, типа, негушей атака, вот эта ситуация, мне нравится тем, что ты узнаешь, что я вру, ровно через одну секунду. Это не какой-то, знаешь, там, через 10 минут. Он узнает сразу. Ты узнаешь сразу же, слышишь, вру я тебе в лицо или нет, прямо сейчас. Это такая крутая, такой крутой элемент игры. Не потом, а прямо сразу вообще. Где у нас Олежек отошел, Сергей думает над ходом. Ой, ой. О, хорош. А, да, ты еще по-любому должен вписать сначала. Да, ты сначала, корабли. Ты сначала вписывай корабли. О, кстати, там у тебя хороший дом получается. А вот когда ты в какой-то момент возвращаешь, например, ты получаешь компенсацию, ну или там, в смысле, реворд, ты возвращаешь их, а вот ты уже можешь их тогда распределить как хочешь. А, только вот те, которые возвращают, да, или вообще все? Нельзя, нет, те, которые ты возвращаешь именно. Нет, так было бы по-моему. А по-полному. В принципе, перераспределять? Нет, нельзя так, такого нет. Никогда нельзя перераспределять. Ну, если, может, какая-то карта есть, но такого вроде нет. О! Одним пошел. Угу. Товарищ, ты да, непонятно. Тебе лучше быть на равных с ней, типа, по количеству. Ну, я ничего, да, чтобы в обе стороны можно было повернуть эту ситуацию. Не всегда, да? Можно. Ну, это, конечно, там ситуация. Потому что там у товарища может быть нолик. А есть, кстати, нолик, если что. 0-0 есть такая. А у меня, например, нолика нет. Я тогда уже на равных не буду. Да, нолика нет. Понимаешь? Ну, а да. Если вы еще полетите? Угу. Да, а я вот никого не позову. Один у тебя может быть, нет? Ну да, может быть такой. Я не знаю, сколько там ноликов. Олежа, пойдем. Я никого не зову, вы можете не идти. Ты никого не зовешь? Никого не зову. Как это? Ну, ты кого зовешь? Еще раз, что вы получите, если я вас позову корабли с вами? Карты и корабли. Либо корабли, либо карты, да. Или и карты, и корабли. Конечно. Ну вы же там ломанете сейчас. Хочешь показать Данилу? Ему надо что-то, мне нет карт. Он хочет карты. И корабли хочет тоже. Я, в общем, тоже, если что, поучаствую. С превеликим удовольствием. Ну, я-то все понимаю. Ну вот, он пока отстающий. И мне наименее страшен. А вы как вписываете еще карты себе забыть? А, все правильно говоришь вообще. Mm-hmm. Думай, кого хочешь. Конечно, в этом смысл игры, естественно. А покажи, сколько у тебя карт? Один. Я даже знаю, какая. Ой, какая? Какая? Ну-ка, расскажи. Как будто кто-то не в курсе. Елена, спасибо, что была с нами. С баиньки, да, пошла? Пока. Первый час ночи, пора баиньки. Пока-пока. Елена, спасибо, что была с нами. Обязательно на следующей неделе увидимся. Спасибо, счастливо. Отдыхай. У тебя сколько карт? Где-то 5. Ты плюс-минус 8. Да. В этом рукаве. Алочка, ну давай. Думки думают, она смотри. Ну давай. Давай. Я никого тоже не позову. Mm-hmm. Окей. И будешь играть карту. Играть будем. А обычную будем? Не буду использовать. Mm-hmm. В обычную будем играть. Давай чуть-чуть сюда подвинем, чтобы было видно ребятам. Mm-hmm. Компенсация не хочет платить, не хочется платить. Вундель-то. Mm-hmm. Это если на зомби не сыграли, что там у нее спив? У нее спив там есть такой чувак, который оставляет ее корабль здесь при проигрыше. Один. То есть она потеряет только один. Ну видишь, ты можешь не использовать его, ты можешь взять две тогда. Да. Неизвестно, что лучше. Да. Кошечка у нас там соплит. Открывайся, что-то уже закрыл. 7. Значит, Серега выиграл автоматически. Серега выиграл. Алочка, ты будешь спасать? Серега заселился, поднялся к нам. Хорош. Сколько у тебя карт? 4. Да. Ага. И что ты хочешь? Сколько? Ты будешь две тащить? Да, буду тащить. Давай, потерял две, тащи две. Все, все верно. Это называется, друзья, компенсация, если что. Елена, пока еще раз. Посылаю лучи удачи Дане. Спасибо огромное, Елена. Я, скорее всего, не доеду. Ой, конечно, не надо вот этих вот. Что началось? Вот тут вот началось. Я вообще в эту группу ни разу не играл в историю, честно. Хорошо, я это был постоянно... твой второй... Энкаунтер. Что, я что ли? Да. О-о-о! Кораблик-то приехал, смотри. Пиу. О-о-о. Поехали. Пёрпл. Ты опять не дал время сыграть, например, вот Олежу. Олежек, ты хочешь сыграть что-нибудь? Не-не, я в порядке. Регрупп, забываем. А, регрупп это да, вот. Регрупп я взял, да. Ну как это? Угу. Как называем мы теперь? Ну если не, ну как? Ворп. Сегодня, ну атакую тебя, если что. А чё это меня-то? Чё? Да я чё? Фиг знает чё? Вообще. Ну давай. Я фиг знаю, что делать. Только ты еще не говорил, сколько кораблей. Да вообще какой-то. Ну сколькими? Ну, тремями. Тремями кораблями. Mm-hmm. Отокнул тебя. Сколько ты карт у него вытащила? Две? Mm-hmm. Осталось три? Две. Было уже 5. А ты одну сыграл. Семерку. Угу. Все понял. Что-то у нас музыка закончилась, mm-hmm. друзья, извините. Ситуация странная. Mm-hmm. Что у тебя там? Mm-hmm. Что там у тебя? А, не пока думаю, знаешь, можно это сам посидеть немножко.
Нет, так ты что, ты там зовешь кого, чего? Зовешь ты там кого? Не зовешь ты там никого. Я не зову никого, не зову. Не интересуйте меня оба. Вы оба вообще? Вот у меня к вам. Обиделся на колоками, да? Претензии есть к обоим. Да ты, если бы не доехал бы до два. Да если бы не я, где я? Откуда тебя достал, ты помнишь? Я никого не зову. Сегодня ты кого зовешь? Серёня, позови меня. Позови меня. Мы оба знаем его карту. На защиту. Мы можем сделать так, что... Мы можем сделать так, что у нас будет больше, чем... Так нечестно, я тоже так хочу. Мы оба, мы все втроём, четвером знаем его карту. Раз, два, три, четыре, ты максимум четыре можешь отправить. Шесть, семь. Максимум четыре можно отправить. Только четыре. Что это за правило, пошли посередине? Не-не-не, с самого начала. Тогда бы все сосиски вот такие выставляли. Максимум четыре, ты же видел с самого начала. Я тут выставил. Так что мы не такой там у чувака бонус на этой флёр-карте. Я не могу, блин, как он там... Флёр-де-лиз. Давай. Чё ты говоришь? Вот единственное, у него картуля даёт, ещё можно пульнуть кораблик сверху. Оттуда. Ну ладно, ну тогда я ничем не могу помочь. Да. Чё, ты всё равно вёзешь там? А я вот всех позвал. А чё? Всех, кроме Данила. Ну что, оно такое? Не, Даня, я тебя тоже зову. Даня, я тебя зову. Пошло. Хорош. Отлично. Сам себя защищал. Бум! И на елку влез, и, как говорится, и победил, значит. Ты хочешь скорее уже вот эти взять новые, да? Тебе не выгодно. Ну, это тоже, да. Добирать карты. Есть такое, да, есть такое, есть такое. Ему, да, у кого мало карт, тому выгодно взять, конечно. Есть такое. Что взять? Карту. Ну, если у тебя двадцаточка. Не, меня там планеты тоже не интересуют, если что. Так, тогда. Мальчик, надо вписываться. За защиту получишь либо корабли, либо карты. Если выиграем. Что Даня двигался. Но мы ж не выиграем. Ну спроси у него, как он чувствует себя. Ну он себя плохо чувствует. Серёжки. Он розовенький. Да, розовенький. Тёпленький. Сейчас посмотри, что у нас здесь хорошего. Сейчас это топа окажется. Вот, Игорь правильно говорит, что есть у меня несколько игр, в которые я никогда не выигрывал, но хочется в них играть. У меня то же самое, совершенно поддерживаю. Просто сам процесс игры нравится. Я тоже эту игру так люблю, что... Мне вообще не важно, кто выиграл, кто проиграл. Вот это да, взаимодействие идиотское. Мне процесс нравится. Начало было вообще огненно. А вообще? Согласен. Да, пошло. Просто набрали много карт, сейчас... Я пойду. Ты не пошла? Пошел ты. Конечно. Ты пошел. Чем? У него никто не умирает. Олег же планет. Так а если проиграет? О, на защиту даже пошел. Так если он проиграет? Так вот такой. Олег же ты ничего не потерял. Серега, я его не звал в атаку. Никого не звал, да? Ты только позвал защиту. Да. А Даня ничего там не потеряет. Раз, два, три, четыре, блин. Показайте. Мы вряд ли. Показайте сначала. Да. Конечно. Мы вряд ли проиграем? Вряд ли выиграем. А, окей. Ставки сделаны, ставок больше нет. Да. Итого там 23 против наших 5. Нет, ну ты же что-то должен кинуть. С ракет бросай и погнали, слышишь? Че, серьезно? Конечно. Заселяем, друзья. Олежа. Олежа. Аллочка. Добрый вечер. Здравствуйте. Будем знакомы. Ушел корабль. И, короче, смотрите, сейчас у меня есть моральная дилемма, если что. Ну да, оставить все хорошенькую и двадцаточку. Ну смотри, какая ситуация. Либо я себе оставляю, и будет еще один энкаунтер, либо, как я сказал, эту карту можно сейчас не забирать, и тогда заканчивается мой второй энкаунтер тоже. Короче, эту карту берешь только в начале всего своего хода. Если между энкаунтерами ты потерял их, то ты их не добираешь, ты просто с нулем сидишь, пока тебя не атакнут. Тебя никто не захочет атаковать, ну ты иногда обязан, типа там. А тут как бы только одна карта, и потом может быть зеленый. Я оставил. И закончил. И закончил свой первый энкаунтер. Теперь начинается второй энкаунтер, друзья, который математически можно посчитать. Желтенький. Алочка, вот сюда заехал. Прекрасно. Здесь... заехал. Что-то Данька раздохарился. Тремя. Я никого не зову. Интересует? Давай, поменяем и все. А что зачем тремя-то? Одним, конечно, что за чушь? Извините, я тупанул. Она сейчас поменяет и все, какой смысл? Терять это... больше, зачем какой смысл? Я никого не зову. Кто-нибудь хочет? Я вообще с желтым не хочу драться. Это как типа в Бэнк, помнишь, в Бэнк The Dice Game? Человек, когда ты в него стреляешь, он тебе стримы возвращает. Вот тут то же самое. Я не хочу с ней драться вообще. Я хочу с другим с кем-нибудь. Хочешь, мне вообще она не интересует совсем. Ты же сказал, что ты никого не зовёшь? Кстати, я зову всех. В этой ситуации. Ну, как-то мы новые. Зачем? Всем идти против неё будет переворот сейчас. Ну... Тут циферки от скольки? Позвал бы ты меня? От 0 до 15. В разных... В другое место.
Короче, 0 минимальный, 15 большой. И потом 20, 23, 30 15, и 40. Вот такие. Угу. Что говоришь? Не мог бы ты в другую планетку? Что это вот такое? А, нет, я тебя сюда. Я тебя зову. Нет, я зову только Олега. Ситуация. Олег, поехали. Ну, я, уже, я уже здесь, если я что. Позвал всех, ну да, тут выступил. У меня там просто один корабль. Ну да, я делаю, чтобы в меню ушел. Давай, а ты что, зовешь кого-нибудь? Никого. Да, не зовешь? Сказали, нет. Никого. Ты должен решить сейчас. Все, ты вписываешься со мной или нет? Хорош. На тебе. Подожди, так, 20-ка, 21, у меня используешь? Один. Использую, конечно. Так я еще посчитал на всякий случай, чтобы не выиграть случай. Да, а то конечно, мало. Использую, 12 у меня ушло. 12 скинул. Ого, не один, не ноль. Представляешь? Да. Да, хорош. Я победился. Победился. Значит, я здесь, ты молодец, отстоял свое. 20 скинул, все, мне не нужно. Я сижу без карт, друзья, все. И начинается новый энкаунтер от Аур. Это что, мой только второй ход? Да нет, уж третий, как минимум. За последний час, может быть. Нет, это за круг второй же у меня, нет? Не-не-не. Третий? А как ты там оказался? Да тут было. Что-то влезло. Давай это отмотаем. Я Алочка, беру один. Да, регрупп, взяла один. Так, корабль. Это было начало хода, подожди, теперь регрупп. Регрупп, у кого-то есть что-то сказать? Я Олежек посмотрел. Неважно куда, кораблик. Один кораблик так ходит. Красного атакуешь. Красного. Поехали. Атакую. Да, вот Чешир говорит, что зависит очень сильно от человека. Есть люди, которые в эту игру прям с ума сходят, они прям начинают вообще... Слезы лить, крики кричать, да? Поэтому я в своем топ-10 я сказал, что берите людей неконфликтных, которые не обижаются, и... Адекватных. И просто влетайте в эту игру и вообще получать удовольствие бесконечное вообще. Да. Малочка, а что началось у нас? Ну, я красного... Просчет игры. С учетом вот этой ситуации, да? Вот такой же. Правильно, правильно. Угу. Ваше слово. Я никого не зову. Олежа. Никого не зовет, и 4 я... положил. Ты врубаешься, ситуация какая, слышишь? Никого не зовет и 4. Странно. Либо ты на максимум, либо ты на минимум идешь, мать. Ну, я решаю по ходу. После того, как позову. Сейчас узнаем, что а ты там решаешь. Друзьяшки, ты позвала всех? Я а ты никого? Ты позвал Сергей? Да. Друзья, ну я не понимаю, ничего вообще. Ну, видишь, я просто впереди, он не хочет, чтобы я залезал, да? Чтобы я получил. А, я, кстати, не пойду, мне не нужны карты. Я бы только кораблей бы забрал. У меня слишком ну, мало. Поэтому я его не забыл. Давай, я без согласен. Прав. Мы не победим. Или победим? Я не знаю. Сарафанчик. А, в этом смысле победим всегда. Победа всегда за мной. Ты обратил внимание? Я ни разу здесь не оказался. Как тебе это удается? Я просто не представляю. Победитель просто по жизни. Я, говорит, ни разу там не оказался. Ну ты, конечно, огненный товарищ. Ну когда же мы победим? И прикинь, двинемся. Конечно. А, не, мы не двинемся. Но что-то произойдет, да. Я знаю просто, какая там у Аллы... Какая минимум карта у нее есть. Если она 12 скидывает, да? Пом-пом-пом, она же не знала. Ну если ты все знаешь, то что тут отписывается? Ну у нее же могло что-то быть и свое при этом. Ты же не знаешь, что у нее там в руке было до этого. Всякое. А карт у меня много. Угу. А знала всего 2, у нее 6. Все, давай. Нет. Я уже не помню, где как лежал, так что. Здесь два, по-моему, чувачка. Может быть, на один. И там 2-3, там не важно. Два и там. Да ладно, ладно. А псих. Ну поехали, погнали. Так, у вас 8. У меня нет ничего. У меня 4. А что ты позвал с собой? Такой ты вообще подставил человека. Да, да. Нет, так ты же, значит. Ну вот я фазу планирования. А, все правильно. Всё, сейчас вот. Начнется фаза планирования, я и он сбрасывает их все, да. И возьмет берет новые. Получается да. Так. А вот сейчас начнется веселье. Сейчас вот сейчас-то мы и узнаем. Сейчас да. Он залипнет сейчас на, мы всё на 3 часа, будет читать, там, что там за карты. Не, ну нормально, мы как бы спокойно доиграем в Космик, уже никакого инициатива не получается, и так все окей. Доиграем спокойно уже. Да, да, не спеша. Я думаю, что мы будем очень сильно бежать через Инис, а этого не хочется совсем делать. Инконголд будет, да и все, и закончим, наверное. А Инис оставим. Че, например? Олежа. Че, как у нас там дела? Малочка, я нервничаю. Используешь или нет? Сейчас он там посчитает все. Посмотришь на его реакцию, что он там доволен, недоволен своим жизнью, да? Все, не использую. Или наоборот, используй. Олег, дай нам какую-нибудь эмоцию. Сыграй что-нибудь. Олежа. Во, то я вот тебе понимаю, что я не. Ну, все, в принципе, это понятно, в общем. Играем
по обычным, не используем это. Игорь вот правильно объявляет до. Игорь говорит, до, Игорь говорит, что я стараюсь не играть с новичками, чтобы за столом были игроки, которые хотят выиграть очень, потому что они ломают игру. Я вообще с такими не хочу играть вообще, не только с новичками, а в принципе. То есть мы полноценные обычные. Люди, которые слишком сильно хотят выиграть, это вообще грусть. Я, конечно, хочу выиграть, но я не буду печалиться, если я проиграю. Ну, помнишь ролик у Dice Tower, там, где они рассказывали... Типа, топ-10... 10 игр, которые... Нубам, которые нет. А, это недавно забыл. У них что есть старое. А ты использовала? Нет. Нет. Да какая разница, в любом случае. А, если бы использовала, то победила. Вот это морф, вот это хороший морф, слышь? Давно такого не было. Прикинь, вот это морф. Его вообще ни разу не было. Хорош вообще. То есть, что, вы выиграли? Да. У вас ничья. Да. Алочка умерла. Ты, товарищ, который получил 4 корабля, либо 4 карты, решай сам. А я сейчас карты... Сейчас вот распределяешь как хочешь, все 8 кораблей. Вот человек навалился схода. Олежик. Блин, вот этот морф жесткий вообще. Кроме морфа все вроде. Он один в колоде, прикинь, такой. Вообще. Вот этот один морф, он вообще просто бешеный. Ты его в нужный момент нас играешь. Напоролась на него. Просто. Черт. Хорош. Самый мажный. Олежек, это был твой первый энкаунтер, ты его проиграл, да, к сожалению. Да. Олежек, твой первый энкаунтер. Регрупп, забирай корабль. Ну возьми. Блин, вот это. Что ты был мне на морфа напоролся? Да, да, есть такое, да, есть такое, да. Ну сейчас. Желтенькая. Приехали. И в ответку сразу полетела. Сейчас еще обиднее было бы, если бы у тебя сороковник был. Ты сороковник такая, оп, положила и морфом его переехали. 15 знаешь тоже. Я-то знаю, это же моя карта. Не забывай собирать свои корабли как-нибудь. Так как, нельзя же их. Можешь, ты вот когда атаковала, ты могла вот так сделать, спокойно. Я это специально просто я стучу. Потому что если я сейчас буду выбивать, ты же помнишь, что ты потеряешь силу свою. Ложусь, я 70 на 70 забирай. Да можешь поменьше, да. Вот, Чурский кот говорит, с ними не надо играть ни во что. Согласен. Мы с тобой. С кеми, с чуваками из Dice Tower? С кеми? С кеми. Ну, с теми самыми. Нет, с людьми, которые очень хотят выиграть в остальные игры. Которые играют ради победы, чтобы... Нет, просто хочешь выиграть, это хорошо. Но вот когда очень, это уже проблема, правда. Чё? All in? Вот так. Назовёшь кого-то? Зову Сергея, зову, конечно. Да что происходит-то? Почему Данила не участвует ни в чем? Ты помнишь там вот это вот... Они вывалы по три, мы им там не сдали. Помнишь? Круть, верть, верть, круть. Ничего вообще не дает. Не нужно. Валерий, что? Ты позвал Сергея. А вот ты что, зовёшь Данилу? Нет. Сергей, мы так феерично сейчас заехали. Так ты сейчас едешь? Я не знаю. Едешь такой красавчик, она... Вроде как мы же понимаем, что... Ну, Алла объявляет о том, она играет, способность не играет до того. А у него есть разные карты, маленькие и большие. Типа того. Ну, это понятно. Ну, еще бы она говорила, сказала еще после... Может, открытие после еще? Ну, смотри. О, поменялся. Смотри, сейчас я к тебе вписываюсь. Так, и она говорит, типа... Играю... По минимуму, говорю я. На поражение. И кидает нолик. Или я кидаю. И может, даже ты, если кинешь нолик, мы все равно ее не прибьем. А что 4-то поехала? Зачем? Я вот, а чего, вот 4. Просто 4 против нее вообще бесполезно. Типа, через нее нужно один, в один в один надо. У него там какой-то свой набор карт. Согласен, там может какие-нибудь плюшки связанные с, да, с количеством кораблей, может быть. Не, на самом деле не надо так не переоценивать. Психанул. Признал, да? Признал. Нормально, кстати. Но я-то не умираю, поэтому. Еду всей толпой. Ты еще и пока не выиграешь, Сдюр. Ну, не пройдет. Давай, едем всей толпой. К цыганам. Погнали. В номера. В номера, друзья. А договариваться вообще никто не хочет, да? Вот вы разок там хотели, и все. А там ну, может, да, может не быть карт на руках. Да, спокойно, может не быть никаких. И все, и ты не договоришься. Ты говоришь, давай не договариваться. Бах. Давай. Видишь, это нет, тоже, ну, знаешь, неизвестно. Я, в общем-то... Короче, ты позвал Серегу, ты не позвал никого. Если чуть-чуть отмотаем, я что-то забыл про это самое. Мне устраивает договориться вполне. Подожди, а ты, Серега, ты не вошел. Ты решил не помогать. Я там как бы. Не, подожди, очень важный момент, стой. Ты не вошел. А ты Алла не звала, да? Она никого не позвала, а Олег звал тебя. Ты вошел или нет? Я видел, что я псих. Тогда вы вдвоем можете не гоши едет и поменяться, и оба подъемся. Но у нее 4 количество кораблей. Да, 4 это вообще это очень опасно. Она может выиграть вообще на таких соплях случайно. Давай. Абсолютно. А победа Алла тебя устраивает? Хорош! Хорош! Это ответочка на морг, да? Сейчас была. Я так не ожидал. А договориться никто не хочет. Да. Я же сказал, договориться никто не хочет. О, черт, Алла, да. Ты супер. Вот открывается, слышь, грани человека.
И она сама говорит, а что, никто не договорил? Давайте договорим. Вот такой вот прям торчит. Вот такой вот. Я говорю, я не против. Здесь вот. Ох, Алла, это мощный был ход. Вообще мега ход. И выбил его на тяну. А, ты ничего не тянешь, потому что ты ничего не теряешь. Так что ты вообще красавчик. Да, да. Полетел обратно. Аллочка понимает, что не гош... против него не гоши ей, то можно вообще играть атаку. Да. Еще прошлый. Олежек проиграл, проиграл свой энкаунтер, если что. Да, есть такая. Серёня, регрупп. Забирай кораблик. Забирай кораблик. Никто не хочет ничего сказать? Давай зелёненькую, чтобы карту потянул, давай. Вопрос, я... Прямо сейчас, прямо сейчас. Прямо сейчас тут нет энкаунтер-карты, сбрасываешь все и берешь 8 карт новых. А, никто не хочет регрупп что-нибудь сказать? Нет. Уайлд, атакуешь кого хочешь? Такую зелёненькую карту хочется взять, а то что все взяли, а я не взял. А, ладно, ты даешь вообще. Сегодня вечер Аллы, если что. Алла ведет агрессивные переговоры. Одна из самых подлых игр во вселенной. Согласен абсолютно вообще. А, ну ты наверное, про Манчкина говоришь тише, а я про это говорю. Ну, это окей. Нет, ты кажется, там тебя тут нападают. А так можно? Хорош. На меня? Да. Не-не, ты на меня. Почему? На меня. Ты, а, только ты, да? Только ты можешь. Да-да-да. Ну, вот. Ты хочешь, поэтому было бы слишком легко тогда сбить. Ну, да. Только в своей системе можно выбить ее. Пяу. Хорош. А я такой участник вообще. Так, я должен выставить просто кораблики. Должен выставить кораблики, подождите. Да, давай, поехали. А там один. А сегодня ты потихонечку вылез, если что. Из долговой этой ямы, так и зовем. Ну, так себе. Видишь, это три, это уже... Четыре, это уже вообще опасность. До слез нет. Вытирает слезки, кстати. Молодец вообще. Да, да, Чешир, я понял, да. Ну это хороший ход. Никого мне, не зовут. Мне нравится этот хороший ход. И никого не зовут. И ты? А я... Я бы кораблики забрал при случае. Если ты уверена, конечно. Ну видишь, у нее карт очень мало, у нее там не сильно большой разброс получается, видишь. А старт энкаунтера это старт хода, вот это вот старт? Да, что? Типа того. Давай. То есть будет как бы два энкаунтера, полностью они расписаны вот, по всем фазам. Да, не, я тебя зову. Ну, мало даешь вообще. А Олега нет. Ты никого не позвал, то есть я говорю, да? Никого кроме меня больше нет. Угу. Малочка, как у нас в том ситуации? Есть шансы? Ничего так. Там много карт у него. Я не хочу. Не слишком. Хочешь. Не знаю, извини, решил, не хочу. Давайте. Ты сейчас смотришь его карту перед этим. Он мою смотрит. Да. Не видно так. Ты все любишь убирать этого чувака сюда. Прикольно на этой карте отсвечиваются синенькие в камеру вообще. О, огонь. Там что-то в Твиче ну, у нас? Играем в обычный. Да, друзья, кто в Твиче смотрит, там правильно пишут. Да, у нас отвалился YouTube, мы пишем сейчас в Твиче, а потом сохраним видео и выложим его на YouTube. А чат у нас в YouTube, друзья, потому что мы его мониторим через YouTube чат. Угу. Ты смотри, что сделалось-то. Хорош. Хорошо, что я не влез. Там пишут, Даня, не иди. Даня, не иди. It's a trap. Я знал, я чувствовал. Так. Да ты человек-то какой, а? Ну, что блин, ты ну, делаешь мне со мной? Нравится, что ну, давай куда-нибудь, вот, может, сюда куда-нибудь там. Вот так, давайте ну, вот так. Класс. Так, нормально? У тебя-то там пусто. Ну, я тут... А у меня люди. Тут пусто, но сюда нельзя ничего положить. Так, это был мой первый энкаунтер, да? Да, и он был успешен. Ты можешь восстановить кораблик еще между делом. А я вот, знаешь... Что происходит-то? Сереня, ты вторую, да? Ты взял регуп? Взял карту. Опа. О, вот это как стакан против выиграл. Типа, забираешь все свои корабли. Играешь в начале своего, одного из своих энкаунтеров. Uh-huh. Освобождаешь все корабли из варпа. Нету тут они могут, вернуться что в любой колонии. Только если что, не только твои. Ну, все корабли из варпа? Все play at the start of one of your encounters to free all ships from the warp. Ты просто... Ты уверен, что хочешь... Да! Нет, за счёт... Ты хочешь ему такой подгон сделать? Ну ладно. А я не помню, сколько у меня кораблей было. Вот в чём дело. По-моему, 6. 4-2. 3-3, да. Почти уверен. Да. 4-2 было, стоп, было, было. Но я было две кучки. Я тут не так просто. Не отмотаешь тут. Тут не так просто отмотать. Сейчас посмотрю сегодня. А что это тут? Это
Прикольно, когда тебя только повыносили. Нет, здесь не отмотаешь, слышишь? Ну, будет так. Ну, по-моему, как-то так и было, да. Ты одну кучку, а потом еще маленькую. Сюда, а так-то сыграй, если что. Ну, так-то да. Я с удовольствием. Так, ладно, тогда я просто кораблик забираю. Давай. Забрал один и полетели, да? Да, полетели. Полетели. Ред. Давайте почитаем. То есть мы, как вариант... Запоминать. Серёг, кстати, если что, то есть ты можешь атаковать вот так вот, смотри. Вот так можешь атаковать. Ты просто будешь атаковать его, у него будет 0 кораблей. Вот только карты будут иметь силу. Ну, то есть, ну вы заметили, да, когда вот, вот эта вот ситуация была? А нет, так нельзя. Не-не-не-не. Нет, не было такой ситуации. Была. Он хотел нет, сюда атаковать. Нет, я тебе, ты хотел желтого атаковать. Желтого атаковать, да, на зеленой планете нельзя, но красного... Да, красного. Да, я понимаю, но он же мог сказать... Нет, ты можешь атаковать меня. Я думал, ты хотел именно желтого атаковать. Я думал, ты знал эту ситуацию. Извини, извини, не знаю. Можно атаковать красного, если там нет кораблей, просто 0 кораблей там и все. Ну, я так и сделаю, что? Только нужно кораблики, наверное, поставить, да? Он все равно корабли не теряет свои, да? Какой смысл с ним воевать по кораблям? Бессмысленно. Грамотный ход вообще, если что. Прикольно, мне нравится. А, ну там... Пуговку положил свой, да? По карте. А, ну я же буду видеть карту. Да, за братом сыграйте. Это как я понимаю, лайфбоут, да? Да-да-да. Лайфбоут это вообще умная игра. Да, сыграю так. Столько, короче, друзей потеряли друг друга в этой игре. И... Там просто выкидываешь людей из лодки, которую ты плывёшь. Никого не зову. Никого не зовёшь? А ну, хотя... Вот ты человек. Не, а давайте Даньку... Да чё Даньку-то? Куда? Какой Данька-то может быть? А, ну Даньку нет. Ну сам отказался. Я как зовёшь. Я звал. Ну, космический. Алла, я тебя зову. Сколько у тебя карт? Космический блеск. А, он недавно тащил, кстати. Да. Ну, ты тоже недавно тащил. Я впишусь. Давай. А я ещё никого не позвал, если что. А, да. Может, чё, не впишусь? Всех? Кроме Даньки. Кроме Даньки? Даньку я тоже позвал, но он отказался, почему? Так что я теперь его не почему буду. Почему постоянно всех, кроме Даньки? А защищаться Данька тоже не может, потому что у него здесь уже есть? Не-не, я типа должен защититься. Атаковать 0 кораблей своими 0 кораблей. А чё? Просто переговор? Просто мимо оба прилетели. Ну я зову вас, конечно, но не уверен, что вам как-то это интересно. Начинается с меня. Даньке-то интересно. Я говорю ему, нет, я в порядке. Что ты мне говоришь? Я сейчас буду брать все карты, зачем мне брать? Не бессмысленно. А корабль? Надо ничего брать, просто поставь корабль. Согласен. Вот ты мне вечно... Ты помогаешь ему, да? Серёне, да? Атаки помогаешь. Так тебе нормально? Мне нормально. А ты хочешь проиграть, чтобы никому ничего не досталось, да? Нет, я не хочу проиграть. Ну я вот так вот, да. Ну мы тут подвинулись сейчас, товарищи. Блин, вот это, кстати, ситуация плохая. Сейчас Алла с Серёгой вылезет вперед. Мне не нравится. Олежек, надо собраться. Что? Чем я тебя соберусь? Знаешь, что нравится в этой игре? Что кто-то из нас может вытащить какую-нибудь поломанную силу. Очень такую жесткую. Ну вот ладно, здесь как бы зелененькие. Там есть такие красные, что которые вообще всю игру ломают к чертям собачьим. Они как бы OP, слышишь, overpowered. Uh-huh. Но прикол в том, что как только ты его вытаскиваешь, все начинают против тебя играть, никто с тобой в альянсе не идет вообще. Что, я вот так вот... Да, да. Покажи, давай. Играю в такую шляпу. As a main player, before encounter cards are selected, перед тем, как вы выбрали карты, ты можешь замиксовать свою руку с соперником? Такая грязь. Уже просто пошел. Короче, берешь свою руку, смешиваешь с его рукой. Прямо сейчас. А вместе с этой картой? Да, нет. Или она уходит? Она уходит. Selected? А, нет, она потом тебе на руку. После, я думаю, что после. То есть я с ней остаюсь. You may mix your hand with that of your opponent. Then randomly, короче, возьми столько карт, сколько у тебя было в руке. С этой картой сейчас у меня 4. Я думаю, что это должно быть отдельно. Я думаю, что это возвращается типа отдельно. Она просто лежит? Да. Ну, в смысле, 6, да-да-да. Сейчас я 5. Хотя, на самом деле, if you are not... Не, я думаю сразу. Вместе с ней я думаю... она уходит. А, типа там, типа ты мгновенно возвращаешь. Ну, да. Да, я думаю, что так. 6. А сколько у тебя, 6 или 5? 6. 6 раз. Вот прикинь, такая хрень. Пипец. 6. Это а я, главное, еще накинула туда карты. А я-то знаю, что там у меня есть. Такая грязь. Это самая грязная карта из всех, что были. Причем она оракул, типа, да? Пошел что-то замешать там, по-моему. Ну надо же, как учили старшие товарищи. Ты достанешь сейчас все те же 6 карты. Отмываешься, это будет такой огонь вообще. Те же самые достанет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пожалуйста. Или полный обмен произошел, например. Божечки. Смешал и взял, пойти. Чуть-чуть улучшил карту, Серега. Ох, руку, да?
То же самое, только чуть-чуть получше. Что, может, ничья тогда? Может, не Гоша едет в таком случае, раз такая ситуация. Ну да. Не интересует? Так ты положил, посмотрит. А, да, ты же напиши эту открытую. И там подумаем дальше. А что происходит? Я куда-нибудь там при договоренностях смогу заселиться или... Ну, как договоритесь. Так а что, если у меня нет кораблей? Так с другого. С другой, просто, да. Конечно, конечно. Это вообще не связано с этой планетой. Да, вообще, меня поломает. Что, надо влетать. Сейчас, погоди. Ну, всего одну карту у тебя корабли, вытащит, если корабли не страшно. Умирают, мало что их нету. А, просто. Ноль, он тебя ноль карт вытащит. И даже если бы были бы, все равно бы он не вытащил, он не умирает, потому что... А там мандатори? Или да. Optional? Mandatory, да. О-о-о, прикинь, то есть ты даже решать не можешь. Какая односторонняя карта? Двусторонняя. Двусторонняя была бы, если бы optional был бы. Вот раз сторона, вот два. И ты идиот. Ты идиот. Я поэтому сюда и пришел. Ты идиот просто и все. Ох, чё. Ай, блин. Сегодня надо побеждать. Ну, Алочка будет 4. Ну и ты будешь 4. А я не против как бы Алочки. Олежек, что-то они вдвоем, по-моему, начинают щемить. Каждый раз так ерунда происходит. Красава! Это ты на неё бы оставил лучше, если что. Потом. Ну все, что, выиграл? Вы тут все закончили? Он ничего не берет, Серёга, ты заселяешься к нему вместе с Аллой. Алла и Серёга двигаются вперед на один. Вимбельдам. Так. Что тут у тебя на планете? Все, кроме тебя, тут сейчас. Есть такая. Так, теперь что происходит у нас? Так, это был первый? Да, это был, по-моему, второй. А второй, ты же меня тут заселился. Первый был здесь, да? Да. Я пошел. Регрупп. Подожди, регрупп. Та-дам, ничего не происходит. Спешл. Сколько больше всего крат в руке? Нет. Сегодня у тебя 3. Или Олега? 5 у него. 1, 2, 6, да? 3, 4, 6. Все, я забираю 8 карт. Ну, сейчас буду мочить в сортире. А что, все тут, да? Типа? Уже концовочка корячится? Да, здесь уже все корячится, да, именно так. Все, я справился. Хорош. Сейчас. Чё? О, неплохо. Короче, значит, Сереня, что происходит? В самом начале моего хода, регрупп, я взял кораблик. Да, едет еще по себе. Я возвращаю все свои корабли обратно, и все остальные тоже разбирают. О! Огонь. Приехал, приплыли. Да, ты чё? Да? Мимо тебя, короче. Именно так, все разбирают. То есть выгодно, когда я сильно умер. Больше 4. Можно. На планете можно больше 4. Да? Такая хоть может быть штука. Так, это я сыграл, друзья, скинул артефакт. Ой, отсюда же я остаюсь, да. Я начала тут уже лишнее. Да, по две давай. Такая грязь минус вообще. Короче, что, пацаны, что началось? Значит, я атакую кого-то. На меня, видимо, да? Спешл, я тебя атакую, Серёж. У тебя... Что ты везде какой-то жирный. Я тебе дал корабли, а теперь тебя атакую. Странная ситуация. Ну ладно, пофиг. И, кстати, да, я посмотрел, надо было наоборот. Я в любом случае её сыграл бы, когда она мне слишком нужна была. Поломали, друзья, чуть-чуть ход, но ничего страшного. Чёрт, теперь нельзя давать выиграть никому, короче. Это какая-то жесть. Ну что, я поехал всеми четырьмя. Надо атаковать. Зову Олега с собой. Поехали прям по плотному, да? Да, жестко. Только сейчас пока не ставь. Серега, ты куда-то зовёшь. Аллу можешь позвать или Олега защититься. Алла карта возьмёт. Алла карта. Да, предложил Али. Алла, ты первый решаешь. Я... Он тут 4 поставит. Ну, ты понимаешь, что я только 4 могу. Ну, мне нормально. Ну, блин, вам корабли называются. Алла. Только Алла? Да. Почему только? Ну, я просто... Олежек, ну что, давай влетать. Ну, как ты? Мне кажется, что тебе выгоднее заселить, ты же ну, я карту-то я тоже люблю. Ты же. Вот тебе, блин, не знать. Нужны мне карты. Давай, я тоже. Олежек, ты решаешь, давай. Огонь. Что тут еще у нас происходит? Константин, наконец-то я тут вживую. Ребята, вы лучшие.
Константин, спасибо огромное. Мы стараемся. Вы тоже лучше. Сегодня с YouTube у нас не очень подвалило, но мы зато в Твиче и на YouTube чат. Алла начинает и выигрывает. Все правильно. Антон пишет. Ребята, у вас по ходу трансляция на YouTube отвалилась. Вовремя. Проверь, пожалуйста. Вдруг она привалилась. Действительно отвалилась. Да, она с самого начала у нас не работает. Извини, пожалуйста. Там где-то очень глубоко в архивах, в аналах, да, в комментариях. Я потом из Твича все это скопирую, потом залью. Угу. Такой тупняк. Вместе с комментариями. Так и будет. Как картинка. А что, ты пошел? Показывай. А давай, может, ну, не чьяшку сделаем? А мне как? У меня, короче, есть классный карт, если что. С тобой махнуться? Да. Так я ж выиграл. Позвал. Ну, в смысле, я не хочу, чтобы ты заселялся. Ничьяшку. Карты давай. Не, у меня нормальная карта. Я тебе дам 3 и заселю планету. Как тебе такая ситуация? 4 дам. А, что-то мы на раньше время начали. Mm-hmm. Короче, я хочу... Показывай. Ты это в любом случае в открытую делаешь, mm-hmm. это в отличие от меня. Ну, у него, может, их нету даже, да? Ну, я бы хотел, я бы хотел реально такое сделать. Только я тебе не дам заселить, ты просто выиграешь игру. Ну, там так не хотел. 18. Не, я бы так не сделал, но... 18, у нас сейчас 7. Мы с ним вряд ли придем к какому-то соглашению здесь. А, он вот захочет сейчас, слишком много. Сейчас можно уточнение? Я правильно понимаю? Сейчас начнем слышать. А вот можно просто? Да, я обсудим. Да, просто. Вот эту вот карту, если я оракл. Оракл. О, май гад. Все возвращается на круги своя, да. Там все плохо вообще. Что там? Все возвращаются на свои места, битва не происходит. Тебе ничего не было? Типа мы договорились. И он забрал меня. Короче, смотри, точнее, сам я показал карту, я забираю себе. Угу. Мы забираем все свои корабли. И как будто ничья. Именно так. Ход. А ты уже прислал эту тему? Как только я замешал, сыграл оракул, не как игрок. Следующий ход, и у нас с тобой дил, если что. Вы тоже разбираете все. То есть, как будто был дил сейчас у нас с тобой. Давай я... Это на руку возвращаю. Да, я заселю, я хочу ее заселить. Какую-нибудь одну планету хочу заселить. И я тебе отдам... 4 карты. Не-не, там никакого дела не происходит. Нет, там дил. Там сказано, как будто бы... Бинмейт. Не-не, как будто, как бы, будто бы дил завершён. А, то есть, ну, новое, да. То есть, типа, я это понял, типа, мы договорились. Я понял, окей, хорошо. Регуп. Йеллоу. Аллочка, к тебе прилетела. Привет. Добрый вечер. Ух, тебе вообще не хочется жёлтого атаковать в эту игру. Так давай договоримся. Что ты за человек такой? Давай договоримся. Удивительно, что все еще с тремя планетками. Потрясающе просто. Mm-hmm. Я пару раз играл, и там где-то к этому моменту времени обязательно кто-нибудь сидит такой совсем грустненький. Эй, дайте планеточку. Аллочка, ну такая же ситуация. Хочу, договориться. Давай договоримся. А на что мы договариваемся? Договариваемся. Я заселяю твою одну планету и даю тебе 4 карты. А, ну, у меня вообще есть, огонь. Потому что если я заселю, то... Ты выиграешь сразу, я не могу так сделать, да. А 4 рандомно я тяну или... Рандомно. Нет, там вроде как такая ситуация, ну, что можно нам. Ну, я не хотел бы, чтобы ты всех кормов посмотрел. Можно посмотреть, может там типа... Нормальная ситуация. Ты же можешь просто отдать 4 карты. По типу карты. Нормальная ситуация. Смотри, то есть, да, короче, я... Нормальная ситуация. Мы никого не зовем, мне нет смысла никого зовем. Согласен. Мы договорились, прикиньте, мы договорились. Нож-то вот такой, да? Достал? Пошел другаяд уже туда. Значит, я сделал, короче, ты тянешь, а я заселяю. 4 карты давай. Что там? Эти слиплись. Посмотри, там не слиплись, не случайно? Нет. Не слиплись. Я там одну посмеял. У меня было, по-моему, 6 карт, было побольше чуть, нет? Точно? Хорошо, я не против. Ну ты же одну сыграл, вот 7-я была. Да, значит, этот вернулся ко мне сюда, или я им прям заселил. Ну, не знаю, вообще нахуй делал. Заселил и подвинулся на 1, друзья. Вот такая ситуация. И все, я закончил. Аллочка, ты начинаешь. Регрупп, пожалуйста, и карта. Поехали? Подожди. Может, ты хочешь что-то сделать в фазу? Там, да, наверное, поизучать бы хотел узнать. Там сейчас вообще на конце. Все плохо. Да, а что все плохо? Мы заканчиваем. Там нормально. Сейчас Алла даст. Жару. Сейчас Алла даст всем. Прикурить, да? Угу. Да, вот Константин пишет. Зонтики торшеры сзади создают эффект нахождения в космическом корабле. О, на то и расчет, да. И надо эти из фольги колпачки. Такой звук. Играют. Не-не, это как летающие тарелки в мультиках пролетают. Да, Чешир, спасибо большое, что сказал. Ничего, все, заканчиваем. Ну, Константин, на самом деле, ты знаешь, что вот как бы они не липли, типа не связывай их резинкой.
когда ты их кидаешь в эту самую в коробку. Ты же знаешь, сколько, что... Если не связывать резинки, знаешь, то, они, то они не так сильно липнут. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ну вообще да, конечно, липнут в протекторах, это, что там это точно. Такой закрылся веером. Там такое у нее сейчас, я просто что там будет? Тоже такое есть. Нормально все будет. Паша, давай просто выиграем вдвоем. Я думаю, на что он день Данилы. На что он намекает? Как день Данилы, если я на перпл нападаю? А, ты хочешь со мной заселиться? А ты что, добрый вечер. Аллочка. Ребят, возьмите меня с вами. Аллочка, у меня есть такое здесь. Я помогу тебе вообще. Если он что-нибудь бахнет, я... Он ведь не может меня таким образом поставить. Не-не-не, бессмысленно. Да ему не сделать, мы с тобой либо вместе выиграем, либо, та, но... либо ты одна из меня не позовешь. Я не могу выиграть без тебя. Ну, разве что тут какой-нибудь такой трюк. Типа, ты изобретаешь один. Чёрт! Прикинь, такая тема. Они не исключены, что же такое? Не-не, такого нет. У меня такого нет, и я такого даже не знаю. Обычно так бывает, пока он не внимает. Фалю, Алёшка. Если здесь на троечке, да, кажется, было? Ты хочешь на троечку погнать, да? А что тут? На четверочку можно, конечно, ломануть. Аллочка, это победа. Я прям чувствую запах победы. Олег на двух остался здесь. Зомби. Могу. Но зомби зато. Зато не умер. Зато ни одного не потерялся. Смысл игры. А не в этом смысл? Смысл игры не в этом, да, к сожалению. Фраги там все эти дела, не? В следующий раз играем-то так, чтобы по-взрослому вообще. Да, Чешир говорит, что чувствует себя каким-то регулировщиком. Да, да, да. Ты наш этот самый модератор, короче. Мы тебя промоутнем. Кстати, могу так сделать. Если да ничего страшного. Будет тебя банить там. Ничего. Замешать карту, вот эту вот фигня, что ли, твоя вот эта вот, да? YouTube Heroes. Фигня вот эта. Да, по-моему, именно так. Ну что, Аллочка, полетели. Полетели. Ничего страшного не будет. Кто знает, кто такой диджей Цветков, друзья? Либо вы выиграете. Очень узкое количество людей. Полетели. Я узнаю, ох, какой диджей Цветков. Детство, друзья. Но полетели где вообще оно? 10 класс. Понимаешь, он заставит нас смешать карты. А тут вот эта карта, она тоже смешается. Отстрелит все. Товарищ. Точно? Товарищ поможет. Я нападаю. Зову в помощь Данил. Хорош. Сегодня ты кого зовешь в помощь? Олежа, хочешь? Аллочка, если выиграем, я тебя рассылаю вообще. Не стоит того? Я просто как бы слишком они победы. Уверен, да. Ну я думаю, там победа, но. Ну, мне, в общем-то, как. Ну мы вынеси была победа один раз. Все, выигрываем. Я тебе говорю, давай, заходи, все будет нормально. Этот бам, и все сломал нам обоим. Помнишь, как нам было вообще? Я, в общем, услышал, да, ничего там. Я залетаю вообще вовсю просто. Я не знаю, что там у тебя есть. Есть какие-то советы по поводу количества кораблей? Конечно, залетай. Поехали. Конечно, залетай. Вот это совет лучший. Ну, я тоже залетаю, в принципе, что. Ну все, финальная битва, друзья, вечера. А вот теперь... А теперь делай, что хочешь, и просто... Я буду суппортом в этой ситуации. А я... Похиляю вас всех. Насколько тебе... Вообще всех. Бафну, хильну. Критично вот это. У меня с ракет смотрит. И он будет видеть, что я положил. С ракет это вообще огонь. Не будет у него с ракет. Нет у него с ракет. Ни у него не было с ракет. Они сыграли хоть давно. Да, конечно. Давай посмотрим, здесь он или нет. Там, ну против все ракеты, как бы, как говорится, я уж не знаю, что делать тогда. Ладно. Играем. Играю. Играем по обычным. Вот, кстати, если что, пока ты думаешь, правила. Денис говорит, что вот эта игра, Денис говорит, эта игра имеет элементы Иниса. Согласен полностью. Я хотел сказать, что Инис, как бы, в эту же струю попал, а эта игра была моя самая любимая. И Инис заменил ее для меня. Но Инис более, там еще есть, как бы, в дополнение к этому. Ну, точно есть элементы Иниса, ты прав. Давай, показывай. Такие трюки, типа take that. Ну, во время боя, когда договорчик. Ну, много чего, да. Тут есть элементы, однозначно. Мне почему-то нравится такая тема. Вот так? Даже. Ну, сейчас Данька... Ласки 10 маловат, конечно. Данька отстреливает, конечно. Я так подозреваю. Да, тут товарищ сидит уже. Готовый. Сейчас важны все фазы. Сейчас вообще. Сейчас все будем читать на факе. Подожди. А, это ты не положил еще карту. Это что-то происходит.
Забрать. Опять это суперсила. А, нет, вообще ничего не происходит. Оракул, да. Добрый ревил. Имел во время открытия. Только ты должен тоже пока положить. Должен что-то положить. Да, так что, что там происходит? As a main player, you may end an encounter after your opponent reveals his or her card. А, нет, после ее. Ну, в смысле, это одинаково. Подожди, только не клади. Да, ты, короче, открыла. Ну, я могу так положить. Ну, это, кстати, не обязательно. Нет, в твоей ситуации это не работает. Значит так, ты открыла карту. His or her card. В данной ситуации her card. Потому что ты женщина. Это очень важный элемент игры. Your opponent, то есть она, берет обратно свою карту. Mm-hmm. Все корабли возвращаются обратно на свои, типа, ну, вот с этих ворот возвращаются обратно на свои базы. И игра продолжается, как будто... Как будто дел. Вот сейчас как будто ничего не было вообще. Да. Мы же не хотим такого. Конечно, не хотим. Поэтому Денька отстрелится. Поэтому я играю Филч. Играю, короче, Wild-версию. А теперь он хочет, чтобы мы замешали карту. Короче, теперь можно же только одну за... Короче, знаешь, что я делал? Типа, Филч такая штука. Не знаю, может, ты там отстрелишь, но я должен ей объяснить. Короче, Филч — это такая штука. Когда кто-то играет флэйр или артефакт, я могу скинуть Negotiate и забрать этот артефакт себе. Карта не играется. Артефакт или флэйр себе забрать. И он остается у тебя в руке? Парикень. Ага. Вот такая штука. Negotiate сбрасывается. Это как, типа, это как, а, это, кстати, как зап, но нужно скинуть Negotiate карту. А этим... А у тебя карты еще есть? Например? Какой картой можно отстрелить? Показал просто в какой-то момент. Не, ну только что... Один раз инкаунт. Не, я ты слышишь. Космик зап — это отстреливает силу, а карт зап отстреливает. Но они вышли, да? Они вышли обе, поэтому я не боялся ее. И удивительно, что мы еще там играли. Ну я должен, типа, что-то положить. Подожди, у нас один вот это вот. Продолжается инкаунтер. Один флэйр может он сыграть, или сколько хочет за инкаунтер? Только один. Только один за инкаунтер может сыграть флэйр. То есть сейчас ты просто в темную пойдешь за инкаунтер. Сейчас я, конечно, могу посмотреть, секундочку. Или вообще один. Ну здесь без вариантов, да, это победа. Наша? Надеюсь. А там, кстати, насчет флэйра там вопросов. Он точно в эту фазу там как-то? Не, ну там все, там написано. Там написано в любую фазу вообще. Any phase, Filch. You may discard a negotiate card from your hand to steal any one artifact or flair as it is being played. Нету там main player? Нет, тут нет. As any player. Ну как-то в любую фазу as main player. Не, нет. Ну, кстати, да. Проверил на всякий случай. Мало ли там кто-то? Мне нужно подумать. А что, Дидюм, вы выиграли? У нас 7, у вас 8. Вы выиграли. Так а ты уже положила. А у тебя вообще нет ничего? У меня нету атаки. Аллочка, добрый вечер. День Данила закончился хорошо. Талла выиграл первую игру в Cosmic Encounter. А почему Сергей не брал карту? А у него не было ничего вообще? Это считается энкаунтер. Да, все, понял, да. А, у тебя не было ничего, кроме этой? Да. Ну, вот блин, ты забрал у него все карты перед этим, прикинь. А у меня там карты. А там, если что, там тоже. А у меня перед этим не было ничего, у меня у тебя вытащило. Вау, я сидела с двумя негушейтами тоже как дурак. Нет, ты будешь. Но договорилась с ним набрать. Друзья, спасибо, что досмотрели. Мы сыграли бы переговоры, и мы могли бы втроем выиграть. Вдвоем, точнее. Вот Данька бы не выиграл, а мы бы с тобой выиграли. Именно так и было. Вы были бы вдвоем без меня. Но это надо было. Но день Данила, как бы. Но там ситуация была такая, что вы после того, как Алла положила десятку. Да, но если бы Алла предложила договориться, или я сказал, я уже положил десятку. До того, как она десятка. Да, перед этим надо было это все делать. То есть, если не, я понимаю. Просто, не, я но вот у меня был запасной план. Б. Если Люсик? Я понимала, что идет все не очень. У тебя там страховка или что-нибудь типа. У него лузер, у него лузер спешл, слышишь? Я могла лузер спешл. Уже после того, как ты положил карту, перед тем, как я сказать, что мы вообще-то в минус играем. А, окей. Ты сможешь в конце поедет, прикинь. Поэтому я последнюю тут пустила. Я вот не допер, в какой все-таки момент выясняется, что этот лузер. Перед планировкой. Перед тем, как мы выбираем, какую карту положить. Ты сможешь на свои и думаешь, какие у тебя шансы есть. Ты знаешь, когда. А вот эта карта как раз позволяет после играли, просто выбрали. В голове очень сложно держать. Ух. Алла вынесла Дани на своих хрупких плечах. Именно так и было. Именно так. Данечка, день Данила тебе. День Данила, спасибо. Да. Одна из моих любимых игр прошла отлично. Отлично. Давайте, пока заканчиваем, я перейду на вторую камеру, друзья. И немножко поговорим под софитами синеньких лампочек. Может, сделаем их другим? Я пока... О, кстати, если что. Какой кому хочется цвет? Знаете, какой-нибудь химический сделан? Химический. Кислотный. Вот такая ситуация. Магия. Прикинь, когда мы играем в игру, будет синенький, а когда мы уже обсуждаем, будет фиолетовый. Все будут знать знак. Да. Ну что, кто чего хочет сказать? Я могу про эту игру говорить часами, я уже все сказал. Поэтому будешь говорить 10. Давай начнем. Давай, Аллочка. Давай с тебя начнем. Я пока буду собирать потихонечку. Оказалось ли так плохо, как ты думала, в плане опасности, в плане. Продолжим рубрику от Аллы молчания.
Не, она любит первое, ну хоть лучше. Когда ты изначально ждешь от игры, что тут такой трэш происходит, это прикольно. Ты просто играешь в свое удовольствие, и тебе выигрыш ты. Спасибо, спасибо. Ура! Спасибо, наконец-то, господи. То есть никогда ты думаешь, что тут сейчас все прочитаешь, а на самом деле оказывается. А тут поломано все. Нифига ты здесь не прочитаешь. От начала и до конца. Ну, возможно, Алле сейчас починили этой игрой кучу игр, слышишь. Возможно, починили ей Инис, возможно, починили ей Уну. Что? Но Уну тоже не бать ничего будет. Нет, когда ты изначально готовишься к этому, ты... Молодец, умница, именно так. Ну я с первого хода пошел. Вернейшая мысль, вернейшая просто. Твои слова до бога в уши, как есть такой, такая немецкая поговорка. Ход переходит. Тебе понравилось, короче? Конечно. Хорош. Отлично. Я доволен. Если Алечке, Алечке понравилась такая игра, то мой вечер прошел не зря, если что. Олежа. Олежа, давай. А, у меня все просто. Я вообще, тематика космоса для меня очень далекая. Она мне не нравится. Далекая, да. Далекая. Слава богу, что здесь никакого отношения к космосу нет. Да, и именно так. Ну, название как бы чуть-чуть. Ну, это просто отталкивает. Чтобы обусловить эти. Ну, даже вот антураж, вот эти планетки, какие-то далекие путешествия, завоевания, звездолеты, вот это вся эта кораблики. Ничего этого нет вообще. Вообще. Абсолютно нет. И в этом плане очень великолепная. Хочу поиграть с технологиями. Игорь пошел спать, пока. Спасибо, что был с нами. Пока-пока. Кар-кар-кар. Угу. Кар-кар. Так работает, да? А у нас же там этот самый, да? Я, да. Каркуша. Очень круто, нужно поиграть еще побольше вот в этих связках. Ну, круто, когда ты вытаскиваешь новые расы, они как-то между собой. То, что прикольно, что в закрытой, потому что у нас вот, у меня был опыт, я играл с открытыми этими историями. Конечно. И вот это чувство, почему это не открывает, там, Сергей в последний какой-то момент вообще открыл свою расу. Да, это очень важно. Ребята там... И он даже ждёшь вообще 2-3 круга, понимаешь, пока её открыть. Вот это, дополнительный дается такой вкусный момент. Да все там отлично вообще. Понравился тебе с флеерами больше, чем без? Да, абсолютно, абсолютно. Флееры раскрывают эту игру по-настоящему. Ну, я как любитель казуальных игр, могу сказать, не считаю игр, ничего в этом не понимаю. Много очень информации, но когда хотя бы чуть-чуть вообще понимаешь, что происходит, такой... О, сейчас поиграем. И пошел дальше. У этой игры есть такой элемент? Прикольно, да. Я могу это сделать. Как вот у вас Морфом был момент, когда Алла такая все ожидала, но вот это потянул 8 новых карт, такой. Какого? Что? И как вы решили, negotiate? Да. И да, вот это. А почему никто не договаривается? Да, 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 да. Очень много. Серёнь, давай ты. Мне по 30 секунд, знаешь, как ты договори, я не хотел тебя сбивать. Все, мне ничего сказать. Просто занимай паузу. Мне понравилась игра, да. Вот это вот как раз. Чтобы здесь не было обид, нужно, да, вот именно людей подбирать, которые не стремятся победить любой ценой. Да, которые вот получают кайф от игры. Да, вот это то, что нужно. Мне нравятся, да, вот эти вот все из самого, откуда не ждали, говорится, прилетело. Да, да, бам. Да. Сидишь с ней? С этими, с флейерами, да, тоже здорово. Флеер, да. Флеер. Флеер, да. Вот они. Да, приятно. Ну и, не знаю, мне кажется, в эту игру можно очень долго играть. Тут, во-первых, куча раз... Куча, да. Классно. Ну это два просить, а вот свою фазу никто не хочет там ничего? Да, никто. Тут так много этих вещей. Мне нравится. Я хотел сказать, что вот я, короче, в очередной раз я понял, насколько это сильная моя любимая игра. Она не просто так там. У меня почти каждая всегда игра была такая. То есть я хочу сказать, что вот за одну игру было столько эмоций, столько ситуаций, сколько, ну я не знаю, ну можно за неделю играть на остальные игры и не получить такого, как за одну игру здесь получаешь. Сколько было, ты помнишь, что было? Было там. Вот как Инис, у меня то же самое. Когда я играю в него, у меня столько решений, не столько выводов и столько разных странных ситуаций, они прикликаются с Cosmic Encounter. Честно, абсолютно. Они чем-то похожи, да. Чем-то странным каким-то. Но при этом будто взяли разные... Идеи. Абсолютно разные, нет, конечно. Не знаю. Но вот есть элемент вот этих трюков, Будем, не будем. Трюки, Ну вот круто, что абсолютно разные незнакомые друг другу люди обыгрывают, казалось бы, вот эти вот... главные идеи, ну, это механики, которые... Да. Ну, я думаю, что все-таки это дядька из Инниса, как он, Кристиан Мартинес. Я думаю, он брал идеи какие-то. Ну, в любом случае, любой игрок берет, любой дизайнер берет идеи других игр, это нормально. Вот, поэтому Иннис для меня как бы заменил эту игру, но в эту игру просто, я говорю, у меня каждый раз была игра. Я рассказывал как-то историю, когда я поехал, мы с моим другом Мишей, с которым мы вчера виделись, мы с ним поехали к нашим друзьям в Эстонии, они не говорят по-русски, они говорят только по-английски. Они поигрывали много достаточно. И вот мы к ним приехали, мы с ними такой вечер провели. Они сказали, что просто это самая лучшая игра, которую когда-либо мы играли.
сыграли одну длинную партию, там столько хохота было вообще. Вот все эти ситуации, перемешали карты. Тот отстрелил, этот не отстрелил. И тут вот такие странные взаимодействия смешные, которые иногда бывают просто такие странные. А когда начинаешь играть побольше, начинается все сложнее. Расы мы играли самыми простыми. Желтые расы, там какие-то дополнительные вещи происходят. Красные вообще есть поломанные. Там есть такая раса, если ты проиграл игру, ты выиграл игру. Там что-то такое, слышишь? Ну, то есть вообще абсурд полный. То есть все опять с ног на голову. Каждая партия, 5-4 расы, все опять через одно место. Каждая игра никогда не повторяется. Сколько раз играл, все время смешно, все время странно, все время непонятно. И люблю вот, когда игра меня удивляет в каждую партию. Мне очень нравится, что здесь много этих карт, которые там на атаку разные значения. Эти космик-запы всякие, ну, да. Эти артефакты. Целая куча этих рас. Просто. Мне кажется, ну никогда не будет одной и той же партии. Вот, друзья, в оригинальной коробке. Можете играть год, и ничего у вас купить, там не будет. Ну, ее, по-моему, не супер легко купить, но ее можно купить вполне. Вот это 50 ровно раз. Ровно 50 раз. Зелененькие, желтенькие посложнее, красные. Плюс есть технология, еще карта. Если уж вы хорошо заиграете ее, технология еще дополнительный какой-то бонус дает тебе. Еще тебе постоянный твой бонус. Мне кажется, что ты его раскачиваешь и потом открываешь. Кажется, эту работать. Базовую коробку можно год играть в эту игру и ни разу не будет. Я безумно люблю эту игру. Да, я, вот мне повезло, я ни разу не попал за стол с людьми, которые вот, которым не зашла. Ну, в том плане, что с людьми. Ну, я вообще с такими людьми редко играю. Я их не позову домой, то есть люди, которые там очень жестко играют в игры. Обижаются, там начинают сразу, знаешь, там предъявлять что-то. Я с такими просто не играю. Поэтому эта игра в моей компании, какая бы эта компания ни была, заходит сюда идеально. И да, реиграбельность, ну, страшнейшая. Просто страшнейшая реиграбельность. В одной коробке можно столько фана получить. И последнее, что я хочу сказать, что эту игру можно играть, как я в самом начале говорил, просто по фану. Просто фанить. Можно считать, да, уже ничего. А можно считать, ее реально можно считать. Можно как в покере, какие ауты есть. То есть, что он играл, как бы блефует он или нет. Есть с ним, ну, то есть. Вариантов очень много. Ты начинаешь считать, какие карты ушли, какие карты не ушли. Можно посчитать более-менее. И, короче, сколько в этой игре, вот в одной коробке, сколько эмоций, сколько разных связей, разных элементов. Ну, я не знаю, это вот просто одна из моих любимых игр, не просто так. Также, друзья, это был Cosmic Encounter. Я видел PNP, Cosmic Encounter на русском. Нормальная ситуация, если что. Ну, вижу конкурс в плей, не знаю, как на русском, есть локализация код. Локализации нет? Да, друзья. Экранизации. Экранизации нету этой игры. Хотя. Я бы вообще советовал эту игру локализовывать как можно. Легализовать, как можно быстрее. Английский язык здесь страшно нужен, без него играть невозможно. Ну, да. Разве что вы сделаете вкладыши, но это я не знаю, как вот. Ну, может быть, PNP и шла речь. Но если что, есть подсказки всех этих карт на русском, ну. Потихонечку привыкнуть. Ну, нет, вот в принципе. Если карты... все сделать на русском, это же такой огонь. Это же огонь просто в коробке. Красиво, вообще. Да. Там просто. Ты хоть и вначале объяснял, вот этот шрифт курсивом, он казалось жирный, бы. Это, да, вот эта вот история. Там тоже есть, там очень все смешно, они там пишут, угорать, очень смешно, да, согласен. Поэтому, друзья, не знаю, это фан в коробке для меня. Не для всех, но вот моя рекомендация большая, друзья. Да. Спасибо, что посмотрели. Мы сейчас отключимся. Если вы... Олежек уезжает. У нас осталось только час, потому что он едет через час. Ну, мы можем быстро Инконголд разложить, и ты поедешь. Давай? Пятером, типа. Да, ну да, в пятером. Друзья, мы вернемся через 5 минут. Попробуем еще раз YouTube, если что. Через 5 минут? Ну, слыхали. Мне там перекусить. Да, Инконголд очень быстро играется, очень быстро объясняется. Она вообще простейшая игра. Через 10-15 минут вернемся. Можем перекусить после, и там потом что-нибудь... не получится. Ну ладно, давайте минут типа 10, хорошо? Подустали от нее чуть-чуть. Дурацкая игра, не понравилась никому. Все, возвращаемся, друзья, через 10 минут. Спасибо, что посмотрели. И, да, я вообще, если что, прямо сейчас готов. Cosmic Encounter — это была игра, друзья. Одна из любимых игр диджея Данилы. Все, который начинает свой микс. Против землян, можно соло. В общем, все, всем пока. Возвращаемся через 10 минут. Пока-пока.